длинной серии трансляций. Я допускаю, что героям мы еще вернемся. Эта игра вечная. Вот приезжали наши администраторы замечательные. Только сегодня уехали. Еще не уехали, еще 6 минут до отъезда. И они вот взяли специально поезд, чтобы каточки поиграть в героев. Diablo 2 не планировал проходить. Запись пошла для тех, кто смотрит в записи. Сегодня 7 января 2017 года. И после... О! Чего? Хорошо, не орки. Ага. Ну, я Давненько в тоже. Warcraft не играли, но Warcraft тоже такая игра, как вот, Хорошо. собственно, и герой, который, с которой связано много воспоминаний положительных. Чего? И она... К ней можно возвращаться в любое Я время, готов. пока ты жив, пока у Ну, тебя я в пошел. памяти эти воспоминания свежи. Ну или даже не свежи, если, но если ты начнешь играть, то ты вспоминаешь положительные эмоции, все дела. Вот, поэтому Warcraft может случиться Я готов. внезапно. И после длительного перерыва, так же как и герои. Привет, зритель, привет, стрей. Когда XCOM Longworld, не знаю. Да. Что-то я накосячил сразу же с билдом. Решил барак не сразу делать. Выиграю некоторое Я время, готов. конечно, некоторое количество Ого. ресурсов. Ну, я пошел. Да, так Безусловно. точно. В Какая золотом находка? эквиваленте. Качество. Хорошо. Но Ну, я потеряю, пошел. конечно Чего? же, в тайминге первого Я футмена. готов. Надо определить, как крепится. Качество. Скорее всего, попытаться, по крайней мере, надо вот сюда вот добежать с ментами. Я понимаю, что бежать мне значительно дольше, чем моему союзнику, но если... В смысле, Я соседу. готов. Но если он вдруг побежит не сразу, а после зеленой, скажем, точки, то я должен успеть закрепить. Да, господин. Так, я традиционно Чего? извиняюсь за то, что перестаю Да, я читать чат, готов. потому что все-таки в игре, и там я вижу, вопросы продолжаются какие-то, но... Да, господин. Я уже все Так. в астрале. Блин. Чего? Я готов. Ну, даже Готово. первый Опять футмен не нога. успеет выйти. Угу. Хорошо. Давай вот здесь лучше выстраивать. Опять работа. Я Чего? лучше 6 рабов возьмем. Да, господин. Пора бежать уже. Угу. Я готов. Кто герой? Жук с жуками. Не хватает золота. Не хватает золота. Ладно, попробуем. Опять работа. Вдруг удастся. Да, пока крипинга нет. Это знак хороший. Несомненно. Да, господин. Во славу Неруба. Мне нет. Да, господин. Да, ваше сядьство. Время уходит. Так, чуть-чуть надо назад. Чуть-чуть. Я слышу Да. зов. Хорошо. Я служу ледяному Ой, Хекс. барону. А я успел взять. Как бы Интересно. Я Хексом, слышу кажется, за Хекшеном Да, господин. можно брать нормально. Ищет. Все, и человек пришел, а тут уже все закреплено. Это замечательное начало, я считаю. Да, конечно, пришлось рабочих погонять. Но с Да, другой господин. стороны... Да. Хорошо. Я слышал зов. Но с другой стороны, не так уж это и Я плохо. готов. Зато по ресурсам ситуация лучше. Так, здесь мы крепимся. Готово. Так, еще одного футмена я, Да, пожалуй, господин. построю. Я слышал зов. Я готов. Жуков разуплотняют. Да. Ой, сколько рабочих, господи. Говори. Сколько рабов. Да, господин. Хорошо. Говори. Так, ладно, вызывай. Я Я готов. Нужно по трупам сейчас поработать. Опять работа. Время уходит. Взять Да, еще одного господин. жука. Наверное, Не поражать хватает грейд. золота. Готово. Не хватает Я золота. служу Я медленно ледяному. все традиционно, блин, делаю. Да, Не господин. успеваю просто. Не успеваю. Не хватает золота. Я слышал зов. Тут подставим Да. жуков. Чуть-чуть подождем жука. Во Опять славу работа. Неруба. Чего? Опять работа. Да ешки-матрешки, что там с Господин, телефона-то никак не могут решить-то, Есть. Евгения? Я служу ледяному трону. Как скажете. Вот как обычно, я не знаю, это Да. какое-то очень странное совпадение. Как только садишься стримить, обязательно кто-то чей-то телефон начинает звонить. Это прям...
Прям какая-то... Да, господин. Магазин забыл. Да, господин. А виновата кто? Правильно, жена. Несомненно. Говори. Я слышу. Я без телефона, ой, в смысле без... Фу ты, блин. Женечка, дверь прикрой. А, прикрой, пожалуйста, Ириш. Да, хорошо. Я слышал зов. Ой. Так, теперь. Интересно. Магазина нет, придется идти в разбитым, короче. Я без... Битыми футменами, блин, идти надо будет. И шидру не купить. Капец. Готов. Опять работать. Домой идем. Хорошо. Нет, не домой идем. Ферму строй. Время уходит. Или закрепить. Не, не буду крепить это. Так, он шредера тоже не купил. У меня денег нет, нифига. Хорошо. Время уходит. Я слышу зов. Да. Я служу ледяному трону. О, а тут... Смотрите-ка. Время уходит. Опять ладно. Работа. Футмены пусть естественным способом умирают. Тем более там они через... Не хватает золота. Не хватает. Давай, ну. Золота. Шредера взяли. Говори. Ой. Хорошо. Я служу. Ну, по крайней мере, одну точку взял. Пару девайсов взял. Это уже хорошо. Хорошо. Постройка завершена, окажись. Говори. Так, и второй герой. Ресурсы в ноль, шредер есть. Тут наверняка все закреплено, естественно, я проверю. Все равно. Время уходит. Нет, здесь не закреплено. Я слышал зов. Тут надо терять футменов, быстро крепить. Но футменов пофиг уже. Наш город осаждают враги. Ладно. Не хватает дерева. Так, давай-ка вот так вот, так вот. Да блин. Ладно, так лучше, наверное, чем с кольцом там сидеть. Четвертый демон, капец. Четвертый демон. Это уже проблема. Патма неплохо. Патма это весьма и весьма неплохо. И вот это хорошо. Что здесь кто там все-таки что там не успел. Закрепить тоже. А я с дракончиком могу. Главное не забывать вызывать. Ой, да ладно. И подрывники пошли. Ну что ж, что это такое? Six Paradise. Окей. Наверное, надо телепортироваться все-таки. Наш город осаждают враги. Undead причем еще, да? Где? Ламбермил с Ламбермилом накосячил. Ладно, здесь что? Здесь ТП получается, да? А, давай дракончика пустим, пусть он харасит его сразу же. Дальше пошли наши любимые грифонятницы. Пошел Грейт на атаку. Ну давай. Опять ты. Ну он так. Тоска зеленая здесь вообще. И лорница. Что за андет-то ко мне приходил? Неужели сверху? А это тоска зеленая? Да, тоска зеленая. То есть приходило двое сыхи ко мне. Как тебе, пожалуй, потме отдам? Давай, ладно, этих троллей закрепим. Да. Брось. Да. Так, здесь нужно бы все-таки выстроить какую-никакую защиту. А здесь Undead, да? SX Paradise, хорошо. Поехали. На нас напали.
Третий герой. Апгрейд. Исследование завершено. Рабочего одного убиваем. Мантию ученую воззелье омоложения все-таки передам жуку. Здесь, естественно, ставим так-так. Еще пару ферм, пожалуй. Медленно, конечно, я играю. Давно варик не играл, пару недель уже. Как точно. Так, у меня слева получается эльф. Опасный. Что у него и гиппосы есть, и... Что-то медведи каких-то строят непонятных. Можно, конечно, пока не высовываться, посмотреть, что да как. Выбрать кого там, посмотреть на третьего героя, посмотреть, кто там по харасу. Тинкер, да? О! Очень странный товарищ, конечно. Точка сбора мне неверно. Потму я теряющим. Я все это время еще не добывал. Ладно, я убил 4 где-то арчи, пару талонов, потерял 2 героев. Это, конечно, очень неправильно было сделано. Передать надо ставку. Похарасить надо, конечно. Вообще, мне кажется, что он гиппосов строит во все. Хотя он талонов строил. Лечу. Их ждет смерть. Бою готов. Что? Бою готов. Я отомщу. Их ждет смерть. Быстрее я вверх. Служу ледяному трону. Что? Куда летим? Уже лечу. Быстрее ветра. Лечу. Быстрее ветра. Уже лечу. Так, SX Paradise минус. Быстрее это андед, который сверху вообще-то. Уже лечу. Это вообще новость, на самом деле. Торопись, смертный. Бою готов, постройка завершена. Куда летим? Это очень любопытно, что у него там. Раз он проиграл, уже проиграл. Не хватает зора. Кому главный и против чего он там сражался? Что? К бою готов. Быстрее, смертный. Очень интересно. Уже лечу. То есть в теории это можно... Куда летим? А, Роди. Что? Куда ладно, летим? Попробуем. Что? Небо Хавком он проиграл. Лечу. Уже лечу. Лечу. Быстрее, смертный. Плохо, что я нахожусь... Поторопись, смертный. Быстрее, далековато. Куда летим? Быстрее, смертный. Это очень плохо. Поторопись, смертный. Растерял хавков, в общем. Ну, потому что нельзя было поторопись, таким смертный. Образом идти в разведку. Быстрее, то есть это такая разведка мега агрессивная. Но я рассчитывал, что у человека будет меньше... Просто меньше лимитом. Так оно практически и получилось. Просто если бы я еще рядом с героями находился... Было бы лучше. Но сейчас мне подручнее, конечно, попытаться его снова
как-то подбить. Это нужен свиток лечения. Время уходит. Еще пара хавков. У него хавков мало. Он сейчас может свищиться в танке, тратить деньги на этот. С него ценные грифоны. О! Что? Быстрее, смертный! Небо зовет. Так, я телепортируюсь. Лечу. Быстрее, смертный. Есть, успел убить. Никого не потерял, успел убить Верма. Короче, смотрите, какая ситуация. Раз тот сражается с... Понятно. Это плохо, конечно. Вроде меня не так уж и мало. Я ловлю практически всех гиппосов. Надо пропить свиток. Нужно действовать. Все, убиваем его. Поторопись, смертный. Бой готов. Мы готовы сюда. Он теряет весь свой воздух. Поторопись, смертный. Куда летим? Весь, просто буквально весь. Что? Уже лечу. А я великолепно с 80 лимита живу. Я хотел сказать, что верхний товарищ будет некоторое время занят своим соседом. Понимаете? Там же сверху у них... Доверься мне. Куда летим? Да, господин. Сверху у них борьба. Хорошо. То есть мне защищать эти базы будет значительно проще. Да, господин. Поэтому я и хочу сейчас здесь по-тихому поставить нычку. Сделать, например, ферму разведывательную. Два грифона есть. Можно, конечно, попробовать, но я лучше не буду нападать на эльфа, у него сейчас нет вообще никакой... А, хотя подождите, если... Можно попробовать рискнуть. Давай посмотрим, что там. Сейчас просто денег впритык из-за строительства базы. У него армии мало. Панды всего лишь первые. Это убивается. Что он делает? Да, разведочка нужна, чтобы понять. Гипсов он не строит. Ну, все, тогда надо убивать его. Но опять же, сначала я куплю ТП. Восстановлюсь. Вот, здесь начинает работать база. Раз. Куда летим? Что? Лечу. Щедро подрезали. Он меня там ждет, как вы видите. Еще бы хорошо заказать третий грейд на атаку. Здесь бы все-таки хорошая ставка была сделана на базу. Так, далее. Давай-ка стафанем тут парочку. Будем уже свитки брать. Один, второй. Раз. То есть он не сможет перемасить сейчас гиппосов. Ну, вряд ли сможет. Да, господин. Хорошо. Я служу. Мы готовы нанести удар. Патма берет став. Доверься мне. Тинкер берет свиток. Время. Так, ты молодец, идешь сюда. Чем могу помочь? Вообще и ботинки, наверное, конечно, было бы неплохо взять. Не хватает золота. Все, поехали. Значит, первой группой фокусим медведей, второй группой дриад и ловим гиппосов. Что? Мы готовы нанести удар. Готов. На нас напали. Это плохо. Что? Я немножко Роди сагрил. Что? Уже лечу. Я служу ледяному. Поторопись, смертный. Их ждет смерть. Никакой пощады. Первый свиток пошел. Думаешь, куда летим? Я отомщу. Исследование завершено. Я готова. Мы готовы. Быстрее, смертный. Что? К бою готов. Их ждет смерть. Я слышал зов. Что? Лечу. Нужно действовать. Вроде все весьма неплохо. Смертный.
Куда летим? Я готова. Бой готов. Падает у него Тинкер. Быстрее, смертный. Поторопись, смертный. Убиваем его. Панда падает. Жукший шестой. Я, наверное, даже не буду конфликтовать с Роди. То есть, если мы поделили там эту базу, я лучше здесь две поставлю, чем буду конфликтовать с той стороны ГГ. Отлично. Да, вот это правильно. Вот это хорошо. Вот это прям да. Ее защищать здесь еще удобно, эту базу. А, вот в чем еще дело. У меня тут... У меня проблема. Дима, который жаждет внимания, пишет. Постоянно с нами здоровается. Так, давай-ка, бетончик. Блин, ну вот он... Вот что он себе позволяет? Я готова. Все, давай домой. Домой, свитки и готовится. Роди, кажется, будет агрессивнее играть. Ну, как вы видите, он... А, еще можно перекачаться жуком. Вот это хорошая тема. И, наверное, думать о том, как танки контрить. Или самому делать танки. Я уж не знаю. 5 косарей, хорошо. Так, жук у нас покупает так, покупает так. Переучивается раз, раз, два, три, раз, два. Идет сюда. Если мы берем еще регенчик, давай-ка про... Я опять вызвал... Давай-ка, став. И надо еще бутылек тебе взять, да? Место... Нет, серклетка тоже молодец. Бутылек важнее, давай серклетку сдадим. Ну, бутылек таким людям, как Mountain King или Жук, особенно важны, учитывая то, что то, сколько восстанавливает бутылек, равняется... точнее, сколько приносит бутылек, равняется стоимости ультимейта. Вот, поэтому... Поэтому, да, это важно. Так, ну... А, он восстанавливается вообще здесь. То есть его убил Undead, и он восстанавливается здесь. Странно, что он при этом начал вышку строить. То есть это хамство. То есть развивался, я к нему не лез. А он... Да, здесь Undead уже строится. Тогда моя задача просто закрыть его и убить. Убивается он легко. Хорошая игра. ГГ. Так, под мой бы прокачаться, наверное, ей важнее получить 5-й левел, чем Тинкеру. Поэтому рабочих будет убивать именно она. За ботинками Тинкером. Здесь кое-как достраиваем. Думаю, пора уже было строить воркшопы и готовиться к... Так, пятая потма. Хорошо, пятая потма — это третья аура. Тинкер практически добежал. Здесь не хватает трех рабов. Ботинки, серклетка, медалька. Уже можно... Так, потмой я переучился бы, взял вторую сову. Все-таки. Ну, криво, потому что я... Сверху Undead, надо выбрать себе следующего соседа. Может быть, забить просто и поставить здесь по центру для начала базу. Уже не рыпаться. Так, нет, это лишнее. Там Крео. Так, тут уже последний рабочий, к сожалению. Книжка откатилась. Берем. Раз, два, три. Раз, два. И проверяем соседа слева. Я готов. Время уходит. Куда летим? У нас такой более-менее универсальный лимит. Меня настораживает, конечно, наличие Андеда с четырьмя базами наверху. Но у меня пока танки не готовы. Я при всем желании не могу пока его как-то... Так, а здесь Хуман. Гаргазила. Мне кажется, на него надо лезть. Ну, потому что неизвестный никнейм. Как правило, такие товарищи, они не очень расторопные. Я слышу.
Поторопись, смертный. Три свитка есть. Сейчас 4-5 сделаем. Придем героями, не будем показывать хавков. Подготовимся. Так, что у него? Танки у него. Он танки делает тоже. Я жду ТП, смотрю, если что. Нужно действовать. Часова нужна, и чекать его здесь. Так, а здесь вжух. Хорошо, 80 лимита, денег нет. А он сверху приходит. Я готова. Я не успел вообще ничего сделать. Потерял героя, потерял немного этих. Так, мне получается хавки особо не нужны уже. Ну, от них толку нет никакого. Стоит ли восстанавливать базу? Какую базу? Что ты несешь? Стоит ли восстанавливать? Да, вот эту вот базу стоит строить? Наверное, не стоит. Тут ставчик. Давай парочку еще грифонов. А, он уже идет. Наш город осаждают враги. Я служу ледяному трону. О многом. Давай героя попробуем воскресить. Куда летим? Нам он очень нужен. Быстрее, смертный. Бою готов. Уйти. Нужно время выиграть. Рестор, у меня так все хорошо, по девайсам. Я готова. Ну. Мы готовы нанести удар. Исследование завершено. Я слышал. Ладно, время немножко выиграли. Да, Патму потеряли, но, по крайней мере, я не умер до конца. Патму снова восстанавливаем в таверне. Третий грейд на атаку есть? Есть. Армор нужен. Патма нужна. Патму отправляет Тинкер. Тинкера отправляет Жук. Есть 6 танков. Давай еще немножко танков. Давай еще немножко грифона. Да, и получается, что по-хорошему мне нужно сейчас подождать и вложиться в защиту центральной базы, потому что дальше все будет жестче. Хотя здесь запас. Ну, это скорее как опорный пункт. Очень важная штука. Нужно действовать. Очень важная штука. У нее еще там панда и этот. И Маутен Кинг. Кажется, там третьим был Дредлорд. Что не так жестко, конечно, но все равно... опасно. Но у меня есть третья аура, надо инвул, наверное, позакупать. Богиня согласна. Патме в первую очередь, потому что жук-то вроде кое-как живет. Я готова. Так вот. Я служу ледяному трону. Так. Танки есть, антиэйр хороший, соответственно. Но думаю, стоит лезть или не стоит лезть. Ладно, давай вот так вот. По одному танчику направим. Это не сильно ударит по моей армии. То есть, если там андет нападет, я буду готов. С другой стороны, я могу... Доверься мне. На нас напали. А, вот он как он идет ко мне снова. Ой, там баш. Нужно действовать. Панда третий. Может, импейл? Поехали. Доверься мне. Мы готовы.
Выполнил любой приказ. Вот, хавки у него разваливаются. Я слышал. Да, есть проблемы, связанные с... Я жал. Ну, пинг, чё, я зря рассчитываю на пинг. Я ждал этого выстрела. Доверься мне. Нужно действовать. Я готова. Мы готовы нанести удар. Я готова. Вперед. Нужно действовать. Мы готовы нанести удар. Я готова. Мы готовы нанести удар. Ну, у меня там вырубается все просто. Что только можно. Проблема в том, что я, во-первых, мы готовы нанести удар. Сейчас должен как-то отковыряться. Так я и думаю. Это непросто. Доверься мне. Да, здесь одна база минус. Вторая база тоже, скорее всего, будет минус. Ой, мортирки. Мортирки жгут. Мортирки очень хорошо жгут. Давай сюда, ладно. Мы готовы. Я готова. Хорошо. Ой. Так, давай-ка соберем хотя бы какую-то часть танков. Нужно действовать. Да. Здесь мы ставим базу, естественно. Помним про то, что еще есть люди. Ай-яй-яй. Я готова. И что, надо, наверное, из лимита выходить вообще там? Нужно действовать. Я явился по твоему зову. Надо-надо. Так, давай-ка два. А здесь еще танчик. У нее там мортиры и грифоны. Надо сейчас подготовиться, укрепиться на базе. Я готова. Здравствуй. Вот этот ключевой я поставлю. То есть две базы мы у него выбили. Вернули его на мейн, что тоже очень хорошо. Я лучше еще. Ну, я пошел. И магазин лучше поставить было здесь. Хорошо. Мы готовы нанести. Чего? Да. А, Шреддер там наступит, да? Я слышал зов. Где Шреддер? Шреддера убили. Шреддера убили, кажется. Опять работа? Да. Хорошо. Золотой рудник обрушился. Это тоже плохо, ребят. То, что я Шреддера упустил. Мне сейчас нечего ни на что. Хотя нет, вот есть. Так, безопасное место, скорее, вот это вот. Чего? Опять работа? Чего? Я служу ледяному трону. Привет. Привет, с Рождеством, да. Я хочу проверить, во-первых, совой, ставит ли он третью, четвертую здесь. Он сразу поехал ко мне, я сюда. Вот так мог сделать. Мортирки нужно убивать. Ой, какая грязь. Минус все грифоны просто. Просто минус все грифоны. Да, я убил у нее все мортиры, но... Я готова.
опять не то делаю. Ладно, вот здесь вот остаться. Так, короче. А, где? Во-первых, ты ставь сюда. Если мы его убиваем. Естественно, грифонов надо было стелепортировать. Идти здесь защищаться. Секс Парадайз вышел из игры. Да, он типа отбивается. Мне сюда его надо отваживать тоже. Вот сюда идти так. Желательно при этом еще закидывать, харасить его. Но с пандой, конечно, каченый сражаться, это сложновато. А, это его мейн, один из последних, да, типа? Хорошо. Хорошо. То есть, в принципе, я могу тебя возвращать, да? Могу тебя возвращать. Могу и буду. Хавков не так много мне нужно его. Просто надо его развлекать. Стараться подконтроливать грифонов. Да куда они? Вот это косяк. Это, конечно, косяк. Танки нельзя так отдавать. Интересно, у него здесь база. Да-да-да, он ставит по центру еще базу. Вот было бы хорошо. Я служу ледяному трону. Его центральную базу развлекать. Это пофиг. Я, скорее всего, иду здесь. Нужно действовать. Здесь бьем. Золотой рудник обрушился. Несомненно. Время уходит. Я слышал зов. Грифон еще подрезал, красавчик. Да, господин. Так, это что? Это куда? Это никуда вообще. Это в центр. Это лечим. Несомненно. Это ТП. Ну и став пошли. Так, хочу... Хочу убить рабочих. Нет, хочу еще поставить вышки, потому что это ключевая вообще база. Базу добываем. Вот, а надо вот это вот сносить ему. Либо нападать по центру. Да, наверное, вот так нужно делать. То есть, типа, нападать по центру, а танки отправлять на периферийные базы. Танкер одного, конечно, не направишь. Ну, я пошел. Все, здесь мы последнюю закупочку делаем. Надо следить еще за ним. Начинать уже закупаться в центре. Старфол скоро будет. Постройка завершена. Назад. Пять мортиры у него. Пять у него мортиры, понимаете? Но мне надо его шатать. Мне надо его шатать. Я еще не все грейды сделан. Так вот. Нужно и туда, понимаете? И на эту базу нападать. Можно ловить его на... Поехали. Что продается? Ох, инфернал продается. Инфернал не против этого. Может, давай рестор. Инфернал, давай. Оп, так. Блин, там андет еще. Не вовремя как, а? Это не вовремя, да. Так, рабочих надо замочить, вот этих вот пятерых, это они съедают лимит. На это заказать еще парочку танков.
Да, то есть три базы у меня добывает. Какой-то не, какой-никакой лимит есть. Время уходит. Я слышал зов. Короны королей. У него дредлорд пустой. Я служу ледяному трону. Пять хавков, да? Че, он полезет, что ли? Неужели полезет? Мы готовы нанести удар. Постройка завершена. Время уходит. Ему лезть-то невыгодно. Ну да ладно. Я слышал зов. Время уходит. Впечатление, что у него мега клевая разведочка. Пробуем максимально оттянуть. Наверх, наверх, наверх. А, там вжух. Там еще вжух. Посмотрим. Несомненно. Я слышал зов. Я служу ледяному трону. Посмотрим. Им не уйти от нас. Нужно действовать. Хорошо. Время уходит. Всему надо разделяться. Интересно. Я слышал зов. Минус одна база. Мне нет равных. Во славу Неруба. Мы готовы. Тинкером надо взять свиток. Можно на мейн его сейчас оттянуть. Говори. Ну, на мейне, соответственно, у него... поубивать еще. А, тут закончилось уже все. Окей. Тогда магическая вышка, и на мейне сейчас будем шкодить. Интересуют фермы. Я готова. Алтари. На нас напали. Рабочие, любая экспа, любая. Я слышал зов. Мне нет. На нас напали. Так, стоп, а здесь мы уходим. Пробуем, конечно, кого-нибудь подбрить, но это маловероятно. Не, подбрил, но потерял грифона своего. Здесь идем. Закупаем так. Закупаем так. Сейчас хавк летит меня уже перехватывать. Явно. Я вижу, что летит. Хорошо, то есть у нас есть 4 танка. Немножко мы у него в центре подрезали. 6-й левел получили. Немножко закупились. Центральную базу точно берет Undead. А на этой базе сколько осталось? Интересно бы знать. Доверься мне. Ладно, давай сюда. Там, да, центральный ему. Во-первых, надо ему мейн полностью убить танками. А, вот как. Просто танки едут сюда. И полномерно убивают мейн. Основная армия при этом угрожает его центральной базе и все. Ой, мортирку вижу. Он про нее забыл. Бедолага. Ладно, чуть отступим. Надо его в более мобильные группы брать. Ой, да ладно, серьезно. Инфернальчик вот на этом. Очень странные решения. Очень странные решения. Он же не будет дальше давить. Ладно, инфернала, значит, ты положим... отдал. Просто так. Да, Андет наверху, я должен... обойти и сверху его месить. Обойти непросто, потому что здесь андер. Время уходит.
но нужно. Ой, ошибка. Давай тогда сюда. По-быстрому. Все-таки сюда. А, он думает, что делать. Телепортируется. А я же успею убить. Нужно действовать. И уйти успел практически всеми. То есть центральной базы у него нет. Золотой рудник обрушился. Это плохо, конечно, но что ж поделать. Скорее всего, сюда надо потихонечку подтягиваться. Надо идти от него пытаться отбиться. Хотя он и не полезет на меня. Я думаю, скорее надо три танка сделать, чем два грифона. Сейчас мы все поставим. Мы готовы нанести удар. Вызываем опять сову. Посмотрим, как он. Он вжух наверху. То есть у всех по одной базе. Нужно действовать. Ситуация неплохая, в принципе. А, он рядышком. Да ты что, серьезно? Пойдешь вот так вот прям. Ну там аура у него есть, но... Мне кажется, он немножко торопится. Я служу ледяному трону. Интересно. Время уходит. Он немного-немного торопится. О, кстати, здесь мортиры могли отстать. Я бы их, конечно, подрезал. Время уходит. Мне нет равных. Я слышал зов. Минус две мортирки, и при этом еще танки нападают. Мне нравится. Ледяному трону. Давай. Здесь еще одну мортирку можно подрезать, я думаю, пока он... Словит, что ли? Не, не словил. О, добычи у него нет. Золотой рудник скоро иссякнет. Ему вообще тяжело, на самом деле. Пойду ему на мейне опять убивать народ. А, не, на мейн вообще лучше танки, конечно, послать. А тут контролит, смотреть, чтобы он базу это не поставил. Там 1005 вроде было, нет? Полтора косаря, фигня. Почаще вызывать сову, почаще делать разведку. Сейчас он может опять шатнуться в сторону центра. В смысле, вот сюда, да. Я должен... Он хочет послать мортиры, что ли, на... Я слышал зов. Да, он послал мортиры. Хорошо, послал мортиры, убьем мортиры. Можно было даже им дать отойти немножко. Им не уйти от меня. Несомненно. Блять, не знаю пощады. Время уходит. Нужно действовать. Ой, сейчас потмо могут подрезать. Тихо, спасаем, спасаем. Нет, не спасаем. Провал, это была ошибка. Еще поймают, лучше телепортироваться, ребят. Так, танки в это время постепенно сбивают ему мейн. Надо было попробовать, конечно же, в этот момент сразу бежать сюда. Он еще, кстати, подстроил этих. Ой, да ладно, тут еще рабочие собирают. У него еще тролли на базе есть. Ну как, мы сюда зайдем? Ну, зайти-то... Зайти сложно. Пытаюсь выиграть время. Не, надо вот этих вот, по крайней мере, 4 вышки забрать. Пока он всеми бегает, это настолько нерационально, конечно. Я успею залететь сюда, убить. Кого там? Точно успею убить. Вот, минус три вышки. На нас
Золотой рудник обрушился. Еще танчики, еще танчики. И кажется, здесь еще танчик. Я слышал, тогда надо, да. Я служу ледяному трону. А второго Варкрафта нет, нет. Второй Варкрафт мы проходили. Я готова. Проходили, перепроходили. Что с рабами делать? Вот в чем вопрос. Мне сейчас надо уже постепенно идти к нему и выбивать его центральную... А, нет, подожди, еще ж я могу здесь собрать. Немножечко, но могу собрать денег. Так, теперь надо просто танки провести сюда. 6 штучек. Одновременно с этим мы опять угрожаем его... Его единственной добывающей базе. Меня смущает то, что кто-то сейчас выкупает постоянно все. Так интенсивно-интенсивно все перекупают. Я готова. Посмотрим. Истинно так. Доверься мне. Говори. Он идет за мной. Готова. Наивно очень, потому что... Он не знает, у него разведки просто нет, понимаете? Разведки нет, а там... Там беда. Я служу ледяному трону. На мейне просто хаос сейчас будет. Три танка там такую строят. Без ТП, тем более. Он, наверное, он должен забить вообще на танки на мейне. Да, он забивает на танки на мейне. Хорошо. Значит, мы вычищаем его мейн. Подкрепа у него не будет уже. Да, он хочет уйти, но понимает, что если он уйдет, то... Тут тяжело, в общем, будет. Пауэрбилд я здесь делать даже не буду, чтобы не тратить лишних денег. Рабочие эвакуируются. Время уходит. Мне нет раны. Я слышал зов. Ой, тут два демон-хантера? Увжуха, шестой демон и четвертый демон. Грязь. Просто грязь. Так, давай покрепимся вот на этой точке. Нам как раз Тинкер пятый нужен. Раз ему мейн не нужен, чего я тут ждать, тупить буду. Правильно? Да, два демона это такая, такие перспективы колоссальные. Пацаны, добывайте пока. А потом можно, кстати, по героям работать. Он не восстанавливает алтарь. Это очень хорошая возможность для того, чтобы... И он мог закрепить эту точку. Да, он закрепил ее. Давай проверим здесь. Планомерно. О, да куда ты? Что ты? Нифига себе, там мортирка. Забытая какая-то. Он ее не специально сюда отправил. Просто так получилось. Совой следим, танками добиваем мейн. Так, у него мил. Строит алтарь. Ну там вышки, их довольно сложно штурмовать будет, учитывая то, что... Да, здесь есть тролли. Надо подумать, каким образом. Наверное, снизу надо его поджимать. Но чем? Но чем? Так, Тинкер пятый. Не буду я маяться с там, передачей. Так, Гвардовский пока не достреливает. Можно вот это вот спокойно отстрелить. У него нет... у него нет мортир. Поэтому все ок. Где мои герои, я не знаю. Это ошибка, конечно, что я тут... Время уходит. Несомненно. Я служу ледяному трону. Я готова. Говори. Доверься мне. Так, я иду. Ну, я что, полез без... А, еще два грифона здесь есть, оказывается. Вообще, я его могу и так убить, в принципе. То есть, с текущей армией спокойно наваливаешься и профит. Пару свитков... Ну, свитки у меня есть, ладно. Вот это вот, почему не доделал грейда, не понимаю.
Так, у Вжуха еще шестой Бладмейдж. Не самый полезный, конечно, товарищ. А, как мне проще всего его убить? Да нет тут проблемы, кроме трех гвардовских вышек. Вообще нет проблемы. Нужно действовать. Мне просто сюда подойти, постепенно юнитов выщелкать у него, стафа у него не хватит, чтобы все сейвить. Героев убивать не обязательно. Да, еще тут база на 1.5к, ну на косарик. 4 свитка у меня есть, инфернал есть. Мне его надо выбивать. Помним о том, что есть еще Вжух и Сикс Парадайз. То есть мне нужно выбивать желательно так, чтобы не оставалось... Надо после... А, там инфернал такой уже. Я думал, он с Истафом пришел. Ладно, давай. Выщелкиваем. Давай так, так. Вообще можно было сделать... Я готова. Свиток. Вперед. Свиток. Мы готовы. Исследование завершено. Ой, это плохо. Наш герой погиб. Мы готовы нанести удар. Плохо, плохо, плохо. Я готова. Ну, я потерял только двух грифонов, но сейчас не натеряю, естественно, на отступлении. Поубивал, да, поубивал кого-то. Но не должен был жука терять. Но там еще сварм у него же третий... Нет, второй сварм. А, нет, может и третий сварм, кстати. Учитывая то, что слип... Ой, вампиризм ему вообще не нужен. Он мог абсолютно спокойно взять третий сварм. Я читал свитки вроде. Думал, успею там импейл сделать и телепортироваться, но не успел. Мы готовы нанести. Ну ничего, у него жертв вроде больше, учитывая то, что мне еще... ну как, у меня столько же баз. Но, по крайней мере, мне не нужно отстраиваться заново. Корона королей есть. Надо брать. Надо Патмия брать, надо Тинкеру брать. Жуку опять же. Да, у него весь лимит ушел вообще. Не хавка. Один грифон остался, да два танка. Ой-ой-ой-ой-ой. О, а у Крео 8 ДК. Там, правда, есть нага такая. Но 8 ДК это капец, конечно. 8 ДК это 8 ДК. Доверься мне. Я готова. Грязь. Богиня согласна. Да, но мне быстрее его вырубать, занимать эту базу. Это без проблем вырубится. У него продакшена нет, понимаете? Он добывает, нет продакшена. Доверься мне. Так я иду. Золотой рудник обрушился. Да, так вот. Это тоже в расход, ребят, надо отправлять. Я готова. Еще плюс 5 лимита будет. Доверься мне. Танчики нужны. Я готова. А, я Тинкера на базе забыл. Очень на меня похоже, конечно. Доверься мне. Так, Жуку надо манку восстановить. Нужно действовать. Выбираем. Мы готовы. Даже так, пожалуй. Все, есть пачка. Последний грейд на армор. И все, приходим, убиваем вот эти вот три вышки. Я не знаю даже, зачем мне танки в такой ситуации. Они даже вредные, на мой взгляд. Сейчас сварм будет. Зачем танки? По грифону по одному стрелять. Да, танки чего? Тут. Да, господин. Это ошибка. На нас напали. Я слышал зов. Во славу Неруба. Мы готовы нанести удар. Чего? Надо пристоп сделать. Время уходит. Я служу ледяному трону. Я слышал зов. Блин, ну ты еще не подступишься к нему. Давай свиток третий возьмем. Надо панду и этого
контрит свитками. То есть там панда еще с ультой, может быть. Зачем мне танки? Я не знаю. Вот это хороший момент для атаки. Нужно действовать. Богиня согласна. Йоп, ПРСТ. Не, не так. Вот этого можно убить. Упыря. Ага. А панду как? Нужно действовать. Плохо. Панда падает, у меня патма, правда, падает. Так, а давай-ка все-таки вышки, вышка, вышка, вышка и алтарь. Очень глупо я делаю. Но ему нечем убивать. Ну, сейчас будет эти кидать молотки. Но ему защищаться нечем. Все. Обороты в норме. Че там? Поехали. Стефанем Грифоном. Да. Этого тоже уберем. Можешь на меня положиться. А, хорош. Так, а тут у нас что? Так, ну все, он должен ливать, по идее. Не буду, наверное, я выкупать героев, потому что, ну, а толку? Он может там, конечно, где-то алтарь строит. На нас напали. Выполню любой приказ. Ой. Отлично. Выкупил. Ой. Да, у него еще два молотка, между прочим. Клэп, зря это, зря. Жоркий глаз. Они не уйдут. Без проблем. Обороты в норме. Выполню любой приказ. Исследование завершено. Отлично. Жоркий глаз. Смерть врагам. Они не уйдут. Дыхание. За победу. Мы готовы нанести удар. Выполню. Жесть. Положись на меня. А, понятно. Я готова. Да, мой друг. Доверься мне. Обороты в норме. Няю. Поехали. Думаешь? Эти не в норме. Че там? Мы готовы нанести удар. Я готова. 12 косарей все-таки, ребята. 12 косарей это не хухры-мухры, в конце концов. Доверься мне. Дредлорды еще. Нужно действовать. Я готова. Дредлорд с инволом, what? Доверься мне. Богиня. Ну-ка, аккуратненько. Главное, чтобы он не подкопился, в конце концов. И... Постройка завершена. Я готова. Ну, вы понимаете. Чем могу помочь? Доверься сейчас мне. Он еще как-то переживет. Вперед!
Этот момент сложный. Отстроит алтарь, да-да-да. Мне нужно не дожидаться маны его, пока он тут не накопил на инфернала, идти просто им мочить. Так, так, так. Тут так. Мы готовы нанести удар. Вперед. Ну да. Доверься. Пожалуйста. Но у него больше нет. Нужно действовать. Богиня согласна. Доверься. Во имя богини. Я готова. Мы готовы. Ай! Я что-то был уверен, что... ГГ. ГГ. Я не буду писать, это палево. Нет, ладно. Так, теперь нужно здесь сделать базу. Нужно действовать. Делать базу, делать базу. Делать базу, закупаться, смотреть, что там у остальных. Ну, скорее всего, надо сейчас против Андеда сразу же отстраивать хотя бы какое-то количество танков. А, может быть, даже Андеда не агрить. Спокойно поставить здесь нычку. А тут Андед как раз летает. Рейнджика там еще. Девятая, ё-моё! 9-8-8. У меня 8-8, но там как бы Тинкер не 6. А! Красавцы, красавцы! Да не в группе, мне просто, пацаны. А, Андед уже здесь, да? То есть, все, остались мы с... Ну, вжух там еще есть, но, видимо... Видимо, мне нужно сейчас... А, нет! Что, Андед сразу эту нычку выкачал? То есть, получается, грифоны идут лесом. Рейнджерка восьмая. Там три короны даже у этой у дурочки, у Наги. Некросы, присты, капец. Кто-нибудь ранен? У нее все значительно лучше. Во славу Неруба. Ладно, попробуем. Я служу ледяному. А, Тинкер шестой. Тинкер шестой это уже получше. На что жалуетесь? Так, а если эту базу штурмануть, не получится эту базу штурмануть. Мейн у него наверху, и я думаю, что надо просто танками идти к нему на мейн четенько. Кто-нибудь ранен? Я слышал зов. Здесь закупать свитки и прочее. Мне подвластно. Я слышал зов. Выбирай. Я готова. Грязь. Мой друг. Чем могу помочь? Не так быстро, котик. А, он сам тут выходит. Ладно, давай попробуем. Чего хочешь, да? В чем проблема? Анхоли Френзи пошел. Масса вермох. Во славу Неруба. Тебе нужна моя помощь? На что же я могу помочь? Доверь себе. Я готова. Я служу ледяному. Тебе нужна доверься. Ну, если ты настаиваешь. Капец, он такой фокус, может. Конский. Чем я могу помочь? Герой падает, но это лимит, я не потерял особо. Может, успеем убить его? А, у него... Какие же биты этим. Положись на меня. Чем я могу помочь? Отлично. Нужно действовать. Путь. Время уходит. Я готова. Я служу... Инфернала запустим сюда. Я слышал зов. Интересно.
Так, на мейне у него... Давай мейн убивать ему. Хорошо. Не, на самом деле не так уж и плохо. Серьезно, неплохо, если я сейчас еще левую базу возьму под шумок. Буду... Чего хочешь, зайка? Буду сейчас... Надо тинкера только восстанавливать. С тинкером я накосячил, конечно. Да, мейн минус. Армии у него немного. Так, а может быть, вообще штурманем его? Пока он не готов. Пока он не готов. Где у него армия-то? И он Вермов, видимо, строит. Да, он Вермов строит. Чем я могу помочь? Тебе нужна работа? Чем проблема? Опять работа? Хорошо. Да, Танечки, это неприятно. Не так быстро, котик. Чего? Угу. Наш город осаждают враги. Да. Ага, Феникс. Ну, это Феникс другого человека. Красавчик Бжух. Здесь, да, здесь нужна защита. Здесь нельзя строить. Ну, я пошел. Хорошо. Чего? Да. Мне нет равных. Шреддер. Жучки молодцы. Ну. И возвращаемся. Наш город осаждают враги. А, уже здесь он. Врубаю Нерфайр, подлетаю. Не, может, он один, в общем-то, здесь. Тинкер выходит. Так быстро, котик. Да, одиннадцать. Доверься. Чем я могу помочь? Тебе нужна моя помощь? Чем я могу помочь? О, жуков не нужно. Быстро, котик. Innerfire, да. Это, наверное, в нагу влетать. Тебе нужна моя помощь? Чем я могу просто помочь? В нагу влетать. Тебе, а вот он здесь. Там еще аура конская. Давай в нагу. Нужно действовать. Да, он переманивает просто будет постоянно и всем. Поэтому мне нужно навязывать ему сражение. Да, надо еще два свитка купить. Не так быстро, котик. Напоследок. Говори. Что там у тебя? Постройка завершена. Здравствуй. Доверься мне. Богиня согласна. Чем я могу помочь? Тебе нужна моя помощь? Так. Давай-ка так, так. Чем я могу помочь? Пусть у него КД будет. Не так быстро, КД такой дикий. Нет, подождем, подождем, подкрепим. Дело эльфа. И этот танк тоже пусть подождет. Тебе нужна, да, мой друг. Еще грифон. Выполню любой приказ. Еще танки. Так, Годзилла ливнул. Здесь, наверное, надо сделать вот так вот. Половинка так, половинка так. Мы готовы нанести удар. Саву вызываем, Шиды рядом нет, смотрим, где он. Ну, скорее всего, на мейне, но хотя он не факт, что он сюда телепортировался. Мне нужно просто танками это вы... Хотя здесь строится, значит, надо сюда идти, короче, ребят. Надо идти, он как раз возвращается. В чем проблема? Я могу успеть. На нас напали. Чего хочешь, зайка? Чем я могу помочь? В чем проблема? Я слышал зов. Думаешь? Смерть испепелит тебя! Я слышал зов. На нас напали.
действовать. Сейчас можно ДК убить. Минус ДК. Всех на хил. Свиток. Падает еще один герой. Сейчас можно уже работать. Хотя нет, Нагу тоже можно убить. Чё ж ты раньше рестор-то не юзала подругам? А, у нее закончились маны. Нужно действовать. Да, вот это была своевременная атака. Вжух пишет. Да ладно, я победил! Я победил! Я победил! Я победил! Ой, хорошо. Хорошо. Даже, видите, он по очкам-то. По героям у него, да, выше левел был. У всех героев. Владиславик, красавчик. Добро пожаловать, называется. Другая причина. На все чаты. А кто ты? Хорош. Стример, да? Понятно. Хреновый, видимо. Ну что, хорошо. Начал не очень уверенно. Там, на халявку. Ну, как, убил одного соседа потом. На халявку отжал пару баз справа. Долго-долго мурыжил этого хумана. Андеты качалась с центра, потом на вторую центральную перебрался. И он убивал там увереннее, судя по уровню героев. Ой, донат прочти. Сори, пацаны, сейчас. Почему он не прочитался, Михаил? Итак. Донат. Живаго поддержал на сумму 100 рублей, сообщает. Привет, Михаил, спасибо за ФФА. Д2 планируется? Нет. Поддержка от неизвестного минут назад. Перед Мишкой я сел, не заболел на празднике, и только твои 15 частей карты Парагон меня спасли. Спасибо. Ага, что ты сосиска. Ясно, спасибо тебе. Кстати, у меня хорошая новость для поклонников качественного контента. Пепсик возвращается. А, еще от Project и от Раконца. Привет, Мишка, спасибо за ФФА, а в 2017 году. Ага. И Ракунец. С Рождеством, Михаил, участник вопрос. Будет ли ФФАшек после Диабло? Это, видимо, уже было давно. Кто? Пальто. Странно, что ты задаешь такие вопросы. Олмер, ну это молодые, видимо. Молодые, неопытные. Всем добрый вечер. Сегодня такой разгрузочный ФФА. Должно было когда-то случиться. Должно было. Пришли орки. Анклав. Анклав пока нет. Анклав пока нет. Я зарезался за орков на очень хреновом респе. Очень-очень хреновом респе. И я не знаю, что делать пока что. Как выживать. Реаксид говорит, привет, Михаил, уже красавок, ты сидишь в игре, он мне кикнул, типа, под слот тебе. Бывает, может, он не увидел сразу. Он хостит нам. Можно простить на первый-то раз. Простим его? Нет, не будем прощать. Чего хочешь? Да. Чего хочешь? Нужна древесина. Чётенько, видите, как по пять. Я считал удары просто. Считал удары.
двух рабочих синхрона, чтобы они десяточку притаранили. Они притаранили десяточку. Благодарные пионы. Дело сделано. Сейчас бы еще тридцатку притаранить. Хорошо. Было пораньше. Да-да. Что надо, хозяин? С удовольствием. Но, увы, только так. Я сначала сюда. Ну, это ближе. Самая такая точка. Ну, арковский герой. Моя жизнь нужен мой совет. Дело сделано. От судьбы не уйдет. Главное выманить мага. В атаку! И мага же убить. Вижу и помню. А, тут рейнджерка. Будь осторожен. От судьбы не уйдешь. Странный. Вижу и помню. Очень странный андед. Мои глаза открыты. От судьбы не уйдешь. Берегись. Кольцо защиты хватит. Вижу и помню. В принципе, можно с ним и посражаться. От судьбы с форсиром-то особенным. И с форсиром вообще удобно крепиться. Мои глаза открыты. Вам нужен мой совет. У него очень странный билд. Судьбы не уйдет. Он, по крайней мере... Вам нужен мой совет. Я это предвидел. Готов, Крава. Мои глаза открыты. Моя жизнь принадлежит Орде. Будь осторожен. Стоит, ждет. Ладно, давай вот этого убьем. Вам нужен мой совет. Мои глаза открыты. Готов. Так и будет. Вижу. Все, пойду крепиться. Да хватит, слышишь? Вам нужен мой совет. 4 гранта уже как бы перебор. Ну, я не буду раннюю базу ставить, наверное. Я продолжу крипинг, буду делать грейд на Т2. Моя жизнь принадлежит... С форсиром, потому что это можно делать очень хорошо. Вижу и помню. Он все равно немножко поджат, у него очень странный билд, его можно будет убить. Но когда уже будет достаточное преимущество по, не знаю, героям или армии, а пока я планирую реализовать. Будь осторожен. Да что ж такое-то, что ж ты не взял-то? Реализовать себя в крипинге. Так, ладно. Вижу. Ой, да серьезно, ты финдов еще пошел таким вот образом. Вижу. Очень странный товарищ. От судьбы не уйдешь. Вижу и помню. Так и будет. Вам нужен. Ладно, бог с тобой. Очень странный у него билд. Гулей было слишком много для... От судьбы не уйдешь. Для стандартного билда в этих... Ладно, неважно. Грантов больше делать не надо. Вам нужен мой совет. Вижу и помню. Вам нужен мой совет. Я, пожалуй, себя замажу. И, наверное, вот этого гранта пока еще могу. Надо слот уже еще освобождать. Вижу и помню. Мил нужен обязательно. Вам нужен мой совет. Как там волки? Волки готовы. Волки молодцы. Я это предвидел. Дожить бы до вторых волков. Мои глаза открыты. Вижу и помню. Так, здесь истину. Лучше отступить, чтобы манку. От судьбы не уйдет. Мои глаза открыты. Вижу и помню. От судьбы не уйдет. Очень интересная история. Так и будет. Вижу и помню. От судьбы не уйдешь. Вижу и помню. Мои глаза открыты. Увлекательные. Угу. Вижу. Постройка и помню. Завершена. Мои глаза открыты. Чего хочешь? Сделаю. От судьбы не уйдешь. Глокар. Да. Вижу и помню. Вам нужен мой совет. Да, что-то волки хреново танкуют. От судьбы не уйдешь.
Неправильно я их подставил. Вижу и помню. Мои глаза открыты. Ну, вообще, такой веселый, вижу, интенсивный крипинг идет. Почти четвертый левел у меня есть. Вам нужен мой совет. Мои глаза открыты. И здесь тоже свободная касса. Воистину. Так и будет. Так, второй алхимик. Ой. Мои глаза открыты. Да, здесь лучше телепортироваться, ребят. Ну, поймали меня, поймали. Судьбы не уйдешь. Нас атакуют. Зря не стал я делать заранее. Вам нужен мой апгрейд. Угу. Была ошибка. Судьбы не уйдешь. Лучше продай, мои купи и машься. Воистину. И проверяем теперь, что у нас по соседам. Вижу и помню. Поставил он базу, не поставил. Вам нужен мой совет. А он только-только. У него Блейдмастер второй герой. Чего прикажешь? Вижу и помню. Вам нужен мой совет. От судьбы не уйдешь. Летим. Вам нужен мой совет. Можно базу ставить. От судьбы не уйдешь. Говори, вождь. Так и будет. А, он за вышками сидит. Мой совет. От судьбы не уйдет. Ну, все равно берем, ставим базу здесь тогда. Вижу и помню. Вам нужен мой совет. Вижу и помню. Кадойчик. Виверна. Вижу и помню его. От судьбы не уйдет. А как мне влетать-то туда? Вам нужен мой совет. Допустим, это я смогу вот так вот сделать. Фундабу. От судьбы не уйдет. Допустим, здесь оставлю так. Мои глаза открыты. Но нужно некоторое время потусоваться рядышком, потому что Блейдмастер-то может быть здесь. Да, ну больше крипинга мне в ближайшее время не видать. Увы. Наверное, стоит сразу здесь вышку сделать, потому что мне крайне сложно будет. Ага, магаз. У него армии-то как таковой нет. Нету армии. Время я теряю. Я бы сейчас справа проверил, там прокрепился бы справа. Мои глаза открыты. Но я не могу так просто взять и ливнуть. Надо было и шкатулки ставить. Вижу и помню. Постройка завершена, делаю серию грейдов. Вижу и помню. На кадойчиком. Будь осторожен. Можно минуснуть гранта одного. На яд виверном обязательным. И третий герой. Вам нужен мой совет. Но так не хочется уходить, вы бы знали, а? От судьбы не уйдет. Он вяленький вроде, но находится рядом. Вижу и помню. Жду третьего героя. Блин, ну это понятно, короче. Впечатление, что я ему просто подсказываю, как надо. Исследование завершено. Блин, такой вялый вообще. Нужно золото. Вижу и помню. Вам нужен мой совет. Делаю бетон. Или не делаю бетон. Делаю бетон. Нужно 200 еще. Есть. Все, база достроится. Бетон будет, смогу телепортироваться. Смотрим, что за третий герой. Я это предвидел. Мои глаза открыты. Ну, я уже могу отсюда ливать. Сверху точно закреплены. Давай вот сюда вот тогда попробуем. Вдруг сможем выманить големчиков. Леса нужно побольше. Вообще рабочих нужно побольше. И на тот эксп, и на этот. А тут, видите, не закреплены еще. Будь осторожен. От
судьбы не уйдешь. Воистину, вижу и помню. ДК, ну что за армия-то такая, а? Вижу и помню. Капец. Вам нужен мой совет. Вижу и помню. Ты офигел? Мои глаза открыты. Да будет так. Исследовать. Вижу и помню. Что приказать? Мои глаза открыты. Нас атакуют. Чего хочешь? Вижу и помню. Судьбы не уйдет. Хорошо. Один девайс взяли. Смотрим, что в центре. Вам нужен в центре ничего. Я в шоке, если честно. Он... Чем другие люди занимаются? Мои глаза открыты. Эй! Вам нужен мой совет. Рискованный, конечно, крипинг у меня. Судьбы не уйдет. Я воплощение. Мои глаза открыты. Судьбы не уйдет. Я готов мстить. Вижу и помню. Ветру. Вам нужен мой совет. Что приказать? Только мои глаза открыты. От судьбы не уйдет. А че их двое-то? А кто снизу пришел? Зачем пришли снизу? Вижу и помню. Мои глаза. Я не понял этого момента. Ой, все. Вам нужен мой совет. И успел алхимик убить. Класс. Тут бесит Блейд. Значит, я потерял алхимика, потерял двух виверн. Двух виверн, Карл. Ну, взял два девайса, конечно, там когти какие-то плюс. Что-то где там. Блин, как же ты бесишь-то, а? Вам нужен мой совет. Что надо, хозяин? Надо переводить рабочих сюда. Замазывать пацанов. Вам нужен мой совет. Мои глаза открыты. Ундабу. От судьбы не уйдешь. Готов, браво. Вижу и помню. Как вовремя, а? Говори его. От судьбы не уйдешь. Вам нужен мой совет. Впереди! За победу! За истину! От судьбы не уйдешь. Блин, и при этом он такой вялый, а? Открыты. Да, там что-то подконтроливает, но это... Вам нужен мой совет. Он должен был вообще в салат продавить. У меня ни героя, ни этих... О, пух пришел. Сейчас еще веселее будет. Ладно, хорошо, допустим, ты кое-как тут отковыриваешься. Так, шаманчики. Кодойчики. Что это такое? Вам нужен мой совет. От судьбы не уйдешь. Вижу и помню. Знахаря вызывали? Да. Мои глаза открыты. Поставь вард. Я это вот здесь вард поставь. Вижу и помню. А, у него тут еще. Нужна моя помощь. Оказывается, один финт. Вам нужен мой совет. Бедолажный. Так, когда делается исследование... Начинаем новое. Мои глаза открыты. Да, к скрипингу у меня серьезные проблемы. Герои очень не очень. То есть они вообще никак не сочетаются. По отдельности могут, а вместе вообще никак. Что за привычка появилась там разговаривать так часто? Один там что-то напоследок сказал, второй, блин. Правильно. Глаза открыты. Следующий ответ. Вам нужен мой совет. Вижу и помню. Вижу дестройеров. В принципе, виверны со второй и третьим, со вторым и третьим грейдом на атаку. Должны справиться. Чего желаете? Бладласта я дожидаться точно не буду. Вижу и помню. Мои глаза открыты. Тестив готов.
Чем могу служить? Вам нужен мой совет. Надо сразу на двух героев с когтями рассчитывать. Будь осторожен. Ну, поехали. Раз, два, три, четыре. Ты съедай так, ты так, так, рейдж, оседочка и поехали. Мои глаза открыты. Летим! Не знаю даже, что делать. Не чем я служить? Вам нужен мой совет. Судьбы не уйдет. Чего желаете? Вам нужна моя помощь. Вам нужен мой совет. Развалился. Мои глаза открыты. Да, пора нападать. Я слышал, что вам нужна моя помощь. Судьбы не уйдет. Тут лучше рейдж, наверное. Вам нужен мой совет. Немедленно. Вижу и помню. Мои глаза открыты. Знахаря называли. От судьбы не уйдет. Моя помощь. Костинко. Мои глаза открыты. Куда ты выбежал, Вась? Вам нужен мой совет. Вам нужна моя помощь. Берегись. Мои глаза открыты. Поехали. Давай, раз, два, три. Осидочка. Так. Т. Судьбы не уйдет. Так. Мои глаза открыты. Рейдж, давай аккуратненько. Вижу и помню. Поистину. Чего желаете? От судьбы не уйдет. Вам нужен чем мой совет. Чем могу служить? Вижу и помню. Мое терпение. Это плохо. Вам нужен мой совет. Чего желаете? Нас атакуют. Чем могу служить? Вижу и помню. Чего хочешь? Кто это такой, блин? Я это предвидел. Чем могу служить? Что за вообще люди в играх? Что надо, хозяин? Нас атакуют. Вам нужен мой совет. Ты звал меня? В шоке просто. Чего желаете? Что это? Это что такое? Понимаете? Вот оно. Не, он все-таки нападает. Мои глаза открыты. Я воплощение тьмы. Вижу и помню. От судьбы не уйдет. Так и будет. В атаку! Что за бред-то? Кто все эти люди? Капец. От судьбы не уйдет. Вижу и помню. Чем могу служить? Я готов мстить. Мои глаза открыты. Инвол жми. Я слышал зов. Без ТП пришел. Как я в лучшие годы. Вам нужен мой совет. Что? Так, он будет следующий, точно. Вижу и помню. Я в шоке просто от людей. Мои глаза открыты. Чем могу помочь? Зачем он пришел? Постройте логово. А, это плохо, да. От судьбы не уйдет. Понял. Блин, сейчас он еще отстроится, капец. А еще пошел харасить, конечно же. Как же бесит. Вам нужен мой совет. Будь осторожен. Похарасил? Не хватает маны. Чем могу помочь? И вышки, главное, вышки, вышки, вышки. Дело сделано. Сделай. Дело сделано. Что надо, хозяин? Вам нужен мой совет. Кадой нет. Чего желаете? Засада. Судьбы не уйдет.
Может, Earthquake сразу же. Вам нужен мой совет. Он пошел крепиться. От судьбы не уйдешь. Ну тогда с Богом. Вам нужен мой совет. Чем могу помочь? Мои глаза открыты. Знаю. Вам нужен мой совет. Достиг до приказания. Аккуратненько. Мои глаза открыты. Чем могу помочь? Вижу и помню. От судьбы не уйдешь. Блин, ну ты как я буду штурмовать эту хрень? Открыты. Борода победит. От судьбы не уйдешь. Мои глаза открыты. О, поймал. От судьбы не уйдешь. Вижу и помню. Давай, кадой, родной. Мои глаза открыты. Да. Немедленно. Вам нужен мой совет. Чем могу помочь? Мои глаза открыты. Ну давай. От судьбы не уйдешь. Вижу и помню. Верно, конечно, вообще не прикольно штурмовать. От судьбы не уйдешь. Приказываю. Правильно. Вижу и помню. Достиг до. Мои глаза открыты. Нужна моя помощь. От судьбы не уйдешь. Чем могу помочь? Правильно. Мои глаза. Ну, сейчас продаем, ребят. От судьбы не главные вышки умерли. Рейнджерка умирает. Делаем спокойный Earthquake. Хорошая игра, говорит Роди. Это Роди вообще говорит. Это не тот. И Левайт. Мне нужно сейчас... Да-да, этот Левайт тоже. Я очень долго его пытался убить. Мне нужно срочно закупать шкатулку, переводить сюда народ. А потом убивать этого эльфа незадачливого с... Справа. Для этого нужны батки мне. Рабочего. Возможно, центральную взять сейчас. Закрепить. Бладласт появился, наконец-то. Там внизу Креум. Сосед очень опасный, конечно. Начинаем потихонечку собирать. Ждем баток. Смотрим, что здесь. О! А, мне все пятого. Все пятого — это плохо. Это Крео, да. И лезть уже сюда нельзя, потому что эльф справа, он мега неадекватный. Поэтому лучше сначала попытаться его убить. Забрать там у него. Забрать у него все. Ёпрес, это он основательно подготовился к штурму. Вижу и помню. Чего хочешь? Мои глаза открыты. Я жду баток еще. Вижу и помню. От судьбы не уйдешь. Что такое? Мои глаза открыты. Я это... Слушаю. Как скажешь, начальник. Вижу и помню. Мои глаза открыты. Нормально пока. Вам нужен мой совет. Алхимик, правда, на ладан дышит. Ну ладно. Я прилетел. Вижу и помню. Продолжаю строить баток. От судьбы не уйдешь. Вам нужен мой совет. Круто. Мои глаза открыты. Что мы будем жечь? Вижу и помню. Да будет. Ну, ставим здесь вардик. Так вот, так вот, так вот, так вот. Так вот. Все равно гипсов не очень-то много. Вы сейчас можете убить меня. Че такое? Да, убил гад. Вижу и помню.
Я это предвидел. Нужно твои глаза открыты. Что ж ты делаешь, ты друг? Это плохо. Как же будет? Начальник, как скажешь, что будем жечь? Ой, ДК, ты чего? Судьбы не уйдет. Чем могу помочь? Я истину. Прислушай. ДК Аркадий, конечно. Да, рискнул и проиграл. Ну да, зря полез, конечно, туда. Тут хавки еще рядышком. Креовские летают. Видит, что я уязвим. Это мега опасный момент. Вижу и помню. Ну, потому что, ладно, с эльфом-то мы разберемся с вами. Это уже не такая большая проблема. А вот Крея у нас, скорее всего, бьет. Если захочет, то точно убьет. От судьбы не уйдешь. Жду. Мои глаза открыты. Я это... Слушай. Проверяем, есть ли защита здесь. Круто. Нет защиты, ну тогда... Потихонечку гасим. Леса, правда, нет. Инсант активировал премиум на ваш канал. Инсант хорош. Так и будет, командир. Вам нужен мой совет. Что будем жечь? Попал. Да, и он, видите, нападает. Вижу и помню. Чем могу помочь? Слушаю. От судьбы не уйдет. Что будем жечь? Чем могу служить? Достиг чего желаете? Вам нужен мой... Там 6-5-5. У меня битые герои. Точнее, только один сейчас выйдет. Я отдаю одну базу, скорее всего, вторую базу тоже отдаю. И даже не представляю, если честно, как мне защищать мейн сейчас еще в такой ситуации. Потому что сложно. Вижу и помню. Я прилетел. Что надо, хозяин? Откройте лоб. Алхимик почти шестой. Supply блок. Нужен мой совет. Это было эвакуировать рабочих заранее. Это я не подумал, конечно. Мортирки есть у него. Что будем жить? Что тоже, конечно, хороший плюс. Судьбы не уйдет. Я прилетел. Я это... Слушаю. Что делать? Нам нужен мой совет. Без проблем. Уже там, командир. Мои глаза открыты. Правильный. Приступаю. А, там кастеры просто не месят. Рудник обрушился. Я убиваю этого. Пробую убить еще эту подругу. Тулик Драгон активировал премиум на ваш канал. Да, но меня убивают этим. Танки просто сбагривают, сбривают и все. ГГ, выходим. Кстати, на втором я крел как раз на первом. Но у него, видите, как с ресурсами видно. Он поставил одну базу, поставил вторую базу. И над собой, и под собой, и по центру потом. И проблем у него с деньгами не было. Вот. Но... Мне, наверное, надо было сначала убить этого недотёпа справа. Быстрее, чем убить андеда. Хотя там базу неудобно ставить. Было неудобно ставить базу. Т-тайминг. Да нет, он же сделал разведку. Он же прилетел хавком, алё, Озиков. Он прилетел хавком, увидел последствия боя. Понял, что сейчас нужно нападать. Напал, и всё. Это правильно. Грамотная разведка. Грамотная разведка. Так, кажется, нужно еще этого пуха. Он, правда, не писал, но думаю, что он не просто так зашел в Battle.net. Точнее, не в Battle.net, а в этот... Warcraft 3 Arena. Привет, наконец-то, ФФА. Я так ждал, говорит Леочим. Уря, хороших игр, хороших. Спасибо тебе. Первую выиграл, вторую, как ты видел, проиграл. Ой, так.
Так, а Пух-то мне не писал ничего в скайпе. Мне не писал. Странно, конечно. А, нет, Пух уже здесь. Ха! Да, Пух здесь. И орка еще попали. И, блин, респ неудачный. И герой, кроме форсира. Ну, форсир помог на старте. Ну, что, прокачался там сразу до 4-го левела. Стрям оф полозы. Привет, Slave Dealer. No chat. В игре без чата. Проиграли. ГГ и ливаете. Не нужны истории про тиммеров, расы, бараки. Удачи. Это к Джой Рофлу относится. Потому что он в прошлой игре таким образом. Поехали. Городу Сызрани просит передать привет. Джупан или Юпан Гатана. В Сызрани знаю такого пацана где-то. Весь смысл игры уничтожен. Нет. Если тебе хочется пообщаться. О! За Альянс. Тот же респ, правда, блин. Хорошо. Тот же респ, и хрен разовьешься. И вот дилемма. Надо сейчас посмотреть, во-первых, кто у меня соседи. И оценить Хорошо. Степень опасности с одной и с другой стороны. То есть мне нужна сравнительно быстрая разведка. И туда, Чего? Причем. Я готов. Хорошо. А затем выбирать, в каком месте первоначально ставить эксп. Я готов. Ошибка. Опять работает. Чего? Готово. Хорошо. Так, нет, давай-ка ты еще одну ферму построишь. Тебе же она как раз нужна. Да, господи. Я готов. Так, последний сюда. Да, господи. А ты потом пойдешь, ну, скажем, вот сюда пошел. Ферму строить. Рабочий, ты побежал. Эльф справа, это кто? Квест. Угу. Не самый слабый игрок. Я готов. Это точно, причем он эльф. Опять работает. Угу. Да. Опять работает. А слева у нас Тунах. Да. Причем он развивается очень странным. О, даже за Тау рашил, учитывая его. Почему ты его не хочешь убить? Что лучше прокрепиться, а потом прийти убить. Что убивать будешь дольше. У него и так барак, черт знает где. Ну, я пошел. Так, против квеста делаем оборонительную ферму. Да, ваше сельство. Не хватает золота. Да, господи. Тут крипинг пошел. Герой? Хороший, давайте хорошего героя. Говори. Я устал ждать. Опять работа. Да, господи. Я жду, светлый. Да, господи. Да, ваше Опять вроде. Работа. Я устал ждать. Я готов. Говори. На нас напасть. Проще простого. Ассета Балана. Изерадо. Да будет Чего? Так. Я жду, сверху. Опять работает. Зло приближается. Да. Постройте ферму. Да. Ну, конечно. Я устал ждать. Чего? Здесь будет жар. Я даже не знаю, зачем мне флеймстрайк в такой ситуации. Да. Давай сразу мил и убивать его. Говори. Мне кажется, что надо его наказывать. Говори. Я устал ждать. Надо было дрейн сразу брать. Это ошибка. Давай сначала возьмем следующий левел. Ну, я пошел. Сделаем заблаговременно вот так вот лавочку. За мой народ. Я устал ждать.
рабочие, рабочие. Зло приближается. И у него барака на мыне нет. Говори. Я жду, смертный. Изерадо. Да будет так. Да, ваш вроде. Говори. Я готов. Изерадо. Я жду, смертный. Говори. А с фермой я накосячил, конечно. Опять работа. Ферму надо было делать. Опять работа. Да, господин. Хорошо. Я жду, смертный. Поехали. Я готов. Ферму надо было делать. Где же Веспам? Да, господин. Изерадо. Анду Фаладор. У него грей делается, офигеть. За Кельталас. Опять работа. Говори. Сожгу дотла. Зло приближается. Готово. Да будет так. За Кельталас. Опять работа. Высасываем манку. Говори. Проще простого. Да, ваш сельство. Будет исполнено. Изерадо. Да. Сета Балана. Говори. Опять работа. Мастер подчеркивания активировал премиум на ваш канал. Опять работа. Сейчас сделаем вышки. Изерадо. Здесь будет жарко. Что прикажете? Опять работа. Хорошо. Я жду, смертный. Изерадо. Да, ваш вроде. Сожгу дотла. Опять работа. Я устал ждать. Да, да, ваш сельство. Говори. Опять работа. Да, господин. Я устал ждать. Как скажете. Я жду, смертный. Да, ваше сельство. Изерадо. Я устал ждать. Изерадо. Проще простого. Готово. Я жду, смертный. Да. Как скажете. Да, господин. Угу. Изерадо. Что прикажете. Я жду, смертный. Да, ваше сельство. Что прикажете. К оружию! Надо грейд заказать. Зерадо, я жду, смертный. Говори. Да, ваше сельство. Что прикажете? Зло приближается. Постройка завершена. Да, ваше сельство. Родоподъем. Говори. Анду Фаладор. Что прикажете? Я жду, смертный. Да. Штук приказать. Хорошо. Зло приближается. Как скажете. Зерадо, проще простого. Да, ваш вроде. Зло приближается. Говори. Опять работа. Да, я жду, сядь. Смертный. Я устал ждать. Завершена. Я жду, постройка завершена. Я устал ждать. Ой, Блейдмастер вышел. Зло приближается. Как скажешь. Изерадо. Постройка завершена. Домой, народ. Ассета Балана. Проще простого. Не надо было телепортироваться. Хорошо, что я не успел телепортироваться. Да. Так, давай дальше. Надо не тормозить, надо делать. Надо делать будет базу. Да, ваш вроде. Есть. Будет исполнено. Воскрешать героем. Опять работа. Да, ваш сельство. Да, я понял тебя. Да. Жалко, что герой гуфнулся, конечно. И сразу же начнем делать базу. Как оружию. Что прикажете? Сначала добить мейн, конечно же. Да, форсир квест. Вот да, это плохо. Да. А, вот в чем делаем. Хорошо. Осяк. Как скажете. Опять работа. Ну, я пошел. Инсант поддержал ваш канал на сумму 500 рублей, сообщая. ГГМ. Предлагаю мини-челлендж. Когда в следующий раз выпадут андибы, загасить соседа слева чисто гулями и героями. Одна попытка. Стоимость 3500. Лет 6 назад. Играл так. Приятно будет посмотреть. Предлагаю мини-челлендж, когда в следующий раз андеды загасить соседа с чисто гуляем героем. Одна попытка. Понятно. Это да. Это у нас задачка та еще. Так, а тут снизу Крео. Капец. Как скажете. Тут у нас Крео.
Вообще нужно ставить третью базу, делать грейд. Огонь и смерть. Я устал ждать. Зло приближается. Говори. Сейчас надо веспов убить. Я устал ждать. Базу построить. Нужны фермы. Возможно, здесь стоит пару вышек запилить. Хотя там эльф ему, наверное, будет все равно. Очень нужны рабочие, нужна вторая база. Да, я убил соседа, да, я там себе... Но у меня два таких соседа, которые без проблем развивались. Это, конечно... Ну, скорее всего, без проблем. Говори. Я устал ждать. Здесь будет жарко. Да будет так. А с этого балана... Хап, что там? Я жду. Ай, жук. Наверное, сразу нужно идти в импейл. Да. Чего? Я жду. Блин, даже строить хавков не хочется. Давай сразу. В грифонов. Грифона кастеров, наверное, даже. Говори. Как-то так. Я жду смертную. Вообще надо сделать было... Да, господин. Да. Взять с ментами, да, крипаться, конечно же. Я устал ждать. Здесь и так мы рабочих подстраиваем. За мой народ. Зло приближается. Я устал ждать. Зло приближается. Ой, забыл я про этот, про скриптик. Я устал ждать. Как скажешь? Чего? Зло приближается. Закель Талас. Ай. Зерадо. Больно. Зло приближается. Да. Да, господи. Говори. Ладно, один рабочий, Зерадо. Это не такая большая проблема. Зло приближается. Суби маску этому упырем. Сейчас будем строиться. Зло приближается. Я готов. Изерадо. Говори. Опять работа. Базом. Постройка завершена. Третий герой. Изерадо. Грейд на Animal. Еще рабочий на мейне для строительства. Изерадо. Ставчик. Зло приближается. Изерадо. Да, господи. Опять работа. Да. Ресурсы в ноль. Говори. Соседа нет, но... Знаем, что рядом. Да будет как. Проще рядом проделать. Проблемы. Зло приближается. Я устал. Наверное, надо делать параллельно воркшоп с этим, с... Говори. С грифонятней. Я жду, смертный. Анду Фаладор. Я готов. Я устал ждать. Класс, он, они горят. Говори. Я жду, смертный. Очень хорошо горят. Завершено. Выходите из лимита, вот такой вопрос. Квадратный, привет. Рублей, что? Сообщает. 20-е все ближе. 20 часов все а, ближе. Это кооп. Если будет перенос или слив, у меня твоя... Фаерлорд, капец. Я подготовился. Не забывай про кап, мужичок. Я помню. Слежу. Я жду. Спасибо тебе за донат. Конечно же, квадратный. Хорошо. Ну, я пошел. Нет. Угу. Хорошо. Опять работаю. Да. Надо я наверху жду, добывать. Смертный. Герой абсолютно идиотский. Да. Вы уж извините, говорю как есть. Устал ждать. Хоть мэнов лесом. Хоть немножко сэкономлю на лимите обкипах. Зерадо. Можно, конечно, попробовать. Ну, вообще, это какая-то зоопарк, реально. Вот это... Да, господи. Зерадо. Я жду. Просто зоопарк. Зло приближается. Так, и надо делать исключительно грейды на атаку. Зерадо. Вот такие, да? Зло приближается. Они приоритетнее. Проверим сейчас, есть ли undead здесь. Я готов. Исцеление завершено. Да будет так. Я готов. Андеда нет, и причем не закреплено здесь еще. Я жду, смертный. Зло приближается. За мой народ. Пока делаю грейды. Да будет так. Да. Наш город осаждает. О, опасно. Выхожу из лимита. Не хватает дерева. Это что? Так, да. Мне еще скоро
Лимита не хватит. Форсер 4 опасным. Я устал ждать. Исследование приближается. Опасным. Такие у меня идиоты герои вообще. И прокачки никакой. И так, ну фаерлорда носок, конечно, передаю. Ой, какое палево вообще. Такое палево. Сейчас ко мне гипсы прилетят. Инфосоточком. С химерками, я полагаю. Приоритет на такие грейды. И танчики, конечно же. Ой, жесть. Да, гипсы прилетели. За мой народ. Ассета Балана. Да будет так. За мой положись народ. Положись на меня и подведу. Зло приближается. Танки только-только выезжают, но я не успеваю просто. Говори. И все. Ну, он спокойно две нычки поставил, вышел из лимита и все, и убил меня. ГГ. Нет смысла дальше ждать. Но пуха я обошел. Сосагиоп поддержал. Сосажоп, привет! Сосижоп! Миша. Привет! Миша. Михаил. Здравствуй. Все, мы ждали этого. К тебе ворвался твой лучший друг и повелитель огня по совместительству. Хотелось бы еще увидеть знаменитые три паладина и двух личей. Также ждем возвращения анклава всем детским домам. Классно. Донат от Инсант не прошел, ну, точнее не зачитался почему-то. Сейчас посмотрим, что там был за The Donut. Тихо. Выключись. Всем добрый вечер. Диабло 7 частей пока на паузу ставим. Остался там Торминт. Инсан, предлагай мини-челлендж. Так был же, я читал же. Алло. Кто там мне? Вот. Пам-парам-парам. Парам-парам-парам. Заходим. Поддержал ваш канал на сумму 300 рублей и сообщает Хавк Лошара. Лошара. Видимо, Хавк кого-то одолел. Хотя нет, даже, наверное, не играли они. Просто, просто зависть. Выбранная игра уже началась. Класс. Ждем. Почитай чатик, узнаешь. Хавк. Доберусь. Край карты. Если доживешь. В этом и смысл. Ясно. Ладно, ждем следующую карту. Пробуем зайти. Вообще без шансов. Хавк модеру овцы. Круто. Красавчик. Зависть такая. Классно. А кто еще? Кто еще там? Хавк за 1к тебя хотел убить. А, так Изи пусть заходит. Он же вроде заходил. Ладно, давайте на это сыграем. Там пух поддержал. Гомер Про говорит за косарь. Так я понял, что там задержка, что ли, на стриме? Или так, печатаешь медленно. И знаете, печатаешь, печатаешь. Вроде уже услышал, что... Стример услышал, но ты, блин, набирал это сообщение. Зря, что ли, я сообщение набирал? Отправлю-ка я все равно его. Миша, а что ты не купишь белый IP, сам создавать будешь? Ну...
лень покупать белый IP. Купи IP. С табличками на рынке стоит. Куплю IP. Так, что там за челлендж? Если выпадают андеды, я только героем и гулями. И гули. И гули, и гули. Ждем пуха. О, пух зашел. Стрем. Стрем. Оф, ПЛЗ. ГЛХФ ready. Кстати, да, походу, Хавк тебя хотел убить за деньги, ФФА. Так, а выплаты Хавку уже были в этом месяце? Что-то я заявочку не помню. Хавк, еще можно заявку в течение часа отправить. Ну, на вывод средств. До 7 числа заявки. Я ни на что не намекаю. О! Так, гульки совпали. Сколько там? Жизнь замерзула. Блин. Да свершится предначертанное. Ладно, давайте поразвлекаем народ. Склоняюсь перед вами, ждут. Ваша воля исполнится. Я не помню билд на два этих склепа, но я, наверное, сделаю один склеп плюс застройка. Надеюсь, это считается, чтобы время не терять. Да, дела не ждут. Ну, по сути, ты все равно убиваешь гулями, а земля и вышки — это уже такая контролечка, чтобы человек не ушел. Где прольется моя кровь? Там, товарищ, кто был? Подтвердите в чате, что вы там не против, а то начнется потом машина и серия. Нет. Такого уговора не было. Ты же понимаешь, что будет палыч? Нет, пока я этого не понимаю. Давай гуляем без героя. Давай сам. Надеюсь, ты мой сосед сейчас. Постройка завершена. Не считается же. Считается от слова «щит» у тебя. Ты такой грамотный, молодец. Но в чате умничает. Красавчик. Давай. Вера мой щит. Блин, Крео. Ну, ёпрст, это придется Нет, не придется пересоздавать. Да, победитель. Да свершится предначертанное золото. Блин, я, конечно, немножко... завершена. Нужно больше золота. Делай, что хочешь, главное убей. Это, кажется, инсан ты был. Ну что ж ты лагаешь-то, ну? Надо разведку было сделать, чтобы выбрать наиболее говоря. Дела не ждут. Первое место у меня. Первое место, ребята. Я считаю, это 2-2. Как бы все было честно. Я просто развивался лучше остальных. Крео, как обычно. Да он достал. И главное, его в стоп-лист не внесли. Он достал. Сейчас будем разбираться. Сейчас я за справедливость. О, справедливость. Ты недоволен? Отлично. ГЛХФ ready. Сделал доброе дело. Хорош.
Нифига себе, клипов нарезали уже 10-тысячный айдишник. Ну там, правда, через один 5К. О, привет. Forgive my own. Forgive my own. Не помню такого никнейма в клубной тусовке древней. Но привет тебе из далеких 2000-х. Так, во-первых, я зарезался наконец-то эльфом. Справедливость восторжествовала. Блин, ты достал. Блин. Дима, Дима, короче, если ты слышишь, Дима, ты не очень вообще. Никому не интересно, что ты, Дима. Прекрати... Прекрати тупить. Чем из эльфов? Хоп-хоп. Слушайте, а может сразу вниз? Второе дерево. Вжик-вжик-вжух-вжух. Кажется, да. А ведь кого-то выгнал. Так того и выгнал, кого кикнули вместо этого. Такие вы невнимательные вообще. Ребята, ну надо собраться. Как вы собираетесь побеждать, если вы смотрите вот так вот, сквозь фейспалм? Уберите руки от лица. Внимательнее готово. Смотрите. Готово. Товарищ кикнул одного. Вот этого вот Джоли. На его место встал товарищ с ником Хелл что-то там. И потом, чтобы Джоли вернуть, кикнули того же самого Хелла что-то там. Ну что вы как нубасы? Нубасы. Не хватает дерева. Ладно, Хавк там умничает. Ему можно. Он ветеран Варкрафта. Ветеранам поблажки делают. Старый больной человек. Что вы с него хотите? Пусть веселится. Но вы-то молодые, розовощеки. Не хватает. Вы-то дерева. Куда? Не хватает дерева. Не хватает дерева. Ну дай мне дерево. Я готова. Хорошо. Ни слова больше. Укажите мне путь. Жду приказа. Не проблема. Укажите мне путь. Жду приказа. Готово. Готово. Мой лук всегда со мной. Ёпперсете. Беда. Жду приказа. Блин, Арчук. Жду приказа. Укажите мне путь. Квест рядышком, блин. Понимаете, квест рядышком. Жду приказа. Квест рядышком. Не хватает дерева. Сейчас будет. Покажите мне путь. Уже есть. Готово. Ну, он там ферму пилит. Жду приказа, я готов. Укажите мне путь. Жду приказа. Так, ребята, собрались, ё-моё. Мой лук всегда со мной. Квест, молодец, успел добежать. Укажите мне путь. Жду. Успею приказа. Ли я здесь? Да, должен успеть. Вообще не успею. Укажите мне путь. Я готова. Жду приказа. Мой лук всегда со мной. Ваш ход. Все, это будет. Хорошо. Эта группа. Ни слова больше. Вообще я сюда могу сходить. Я готова. Жду приказа. Мой лук всегда со мной. Все равно у меня есть какое-то время. Покажите мне путь. Грейд пошел. Жду приказа. Мой лук всегда со мной. Еще куда-нибудь с лимит один слить. Недостаточно золота. Так вот. Укажите мне путь. Ваш ход. Укажите мне путь. Жду приказа. Укажите мне путь. И последний арча. Жду приказа. Отлично. Укажите мне путь. Жду приказа. Укажите мне помещение роща осквернена. Плохо. Жду приказа. Я готов.
Укажите мне путь приказа. Ваш ход. Жду приказа. Укажите мне путь. Жду приказа. Бью без крови. Укажите мне путь. Мой лук всегда. Готово. Ваш ход. Священная роща осквернена. Ладно, он берет там этот. Мой лук всегда со мной. Хорошо, не проблема. Жду. А, и он ко мне идет, да? Ваш ход. Идет ли? Иллюзия, не иллюзия. Мой лук всегда со мной. Плохо. Плохо, плохо, плохо. Священная роща осквернена. Укажите мне путь. Наши воины вступили в бой. Жду приказ. Ни слова больше. Да блин. Жду приказ. Мой лук всегда со мной. Ход. Хорошо, не проблема. Отходим. Мой лук всегда со мной. Так, ну одну центральную я захватил. Там Роди у нас вроде, да. Диспелим. Ставим базу. Укажите мне путь. Хорошо. Не, лучше поставь факторочку. Лучше поставь. Лучше даже иди вот так вот. Тут пофиг. Герой. Грейт. Мне этого хумана убить. Голем есть. Священная роща осквернена. Харасти его точно могу. Укажите мне путь. Крипинг вряд ли. Ваш ход. Жду приказа. Ваш ход. С дефенсом. Жду приказа. Укажите мне путь. Жду приказа. Ваш ход. Укажите мне путь. Жду приказа. Не, надо вообще возвращаться сюда. Козликам помогать. Нет покоя в наших лесах. Слишком просто. Кто нарушил наш покой? Они а, подрывники. Наши воины, мой лук всегда со мной. Покоя в наших лесах. Кто нарушил наш покой? Ни слова больше. Кто нарушил наш покой? Наши воины вступили в бой. Нет покоя в наших лесах. Слишком просто. Жду приказ. Поехали! Приказывай. Укажите мне путь. Хорошо. Жду приказа. Ни слова. Наши воины вступили в бой. Нет, священная роща осквернена. Мой лук всегда со мной. Природа не знает усталости. Ваш ход. Слишком просто. Ой. Не контролил я. Приказывай. Жду приказывания завершенное. Роща осквернена. Наши воины вступили в бой. Нет покоя в наших лесах. Кто нарушил укажите наш мне путь. Покой? Не проблема. Древо выращено. Поехали. Магазина не хватает. Магазин у него он убил. Природа не знает усталости. Жду приказ. Не доходят. Нет, если б я остался там кто с этим... Наш покой? Блин, такую чушь сделал, конечно. Укажите мне путь. Слишком лимита путь. Не хватает. Ну, поехали, давай, попробуем. Раз, два. Построите лунный колодец. Жду приказа. Постройте лунный колодец. Ваш ход. Там телепорт взять. Короче, к нему надо бежать просто и всем. Не хватает леса. Вот был бы лес, сейчас медведями его убил. Блин, тут еще этот орк. Твою...
Жду приказа. А я вообще не готов. Покоя в наших лесах. Готов? Меня убить. Готов? Грязь. Наши воины вступили в бой. Просто грязь. А тот же вернется, понимаете? Священная роща осквернена. Обороты в норме. Так, леса нет, лимита нет. Арчибиты. И там у нас идет Т2 с этими схавками явно причем. Готово. Священная роща осквернена. Угу. Жду приказа. Укажите мне путь. Что ты делаешь? Недостаточно маны. Какая наглость. Да блин. Когда начинать? Уже в пути. Меня в пути. А может стафануть, нет? Готово. Мой лук всегда со мной. Когда начинать? Природа не знает усталости. Кто нарушил меня наш покой? Удить. Жду приказ. Приказываю. Кто нарушил наш покой? Передал, молодец. Священная роща осквернена. Проблема самая главная, что готов. Это все равно мне в минус идет. Леса нет. Старт провален просто. Даже и... Наверное, даже третьего героя скорее надо делать, чем... С арбой. Ну, потому что, скорее всего, он с арбой при... В смысле, он с хавками приидет. Нет покоя в наших... Так, ладно. Надо делать... Покупать арбу. Кто нарушил наш покой? Исследование завершено. Ставить хотя бы одну хавницу. Приходить к нему. Пока у меня есть... Возможность делать лимит под 80. Такая вообще... Ну, я сам виноват, там, дал цинкера окружить. Он там с големом мог... Ну, вот, сейчас я хрен уйду отсюда. Там могут быть и танки. Жду приказа. Ладно, в любом случае, Дредлорд. Давай слип возьмем даже. Не хватает силы. Пожалуй, ты прав. Мой лук всегда со мной. Готово. Очень медленно я все делаю. Гипсон вот сюда. Дай. Ваш ход. А че его вы отпустил-то, а? Не буди его мне, зверя. Чего я его отпустил? Ну, он что-то там мутит. Сидит, может, на лимите, может быть... Готовит танки, может, готовит грифонов, лимит, не знаю. В любом случае, надо сбить его. Исследование убежать решено. Пока к нему. Грейды не забывать делать. Готово. Приказываю. Убиваем ему базу. С полбрейкером. Странный лимит, конечно. А, и нормально. Приходи. Так, гипосы особо не нужны, получается.
Хотя они есть. Мне нужны медведи. Феррики. Телепорт, опять же. Конечно. Надо было, конечно, брать этот. Так, гипсы пусть здесь будут. Он, скорее всего, сейчас ко мне просто захочет прийти. Это желание абсолютно понятно. Вот он. Нет покоя в наших лесах. Что нужно, смерти? Кто нарушил наш покой? Ой, сорочки как разваливаются. Да будет так. Природа не знает усталости. Базу он восстановил. Пора просыпаться. Нет покоя в наших лесах. Ну. Будем добивать. Исследование завершено. А, свитки, грейды. Природа не знает усталости. Помню про стафы. Где опасность? Сначала провоцируем его просто нападать. Но он и так, как, собственно, готов сражаться. У нас мало времени. Что-то тебя мало, друг. Приветствую. Давай коня усыпим. Рычим. Свиток давай. Кто нарушил наш покой? Сейчас свиток, пожалуйста. Что угодно не знает. Приветствую. Нет покоя в наших лесах. Так, вампиризм пошел. Да будет так. Приказ, что на этот раз. Природа не знает. Скоро на охоту. Тинкер пятый. Че, ливать пора. Кто нарушил наш покой? Нет покоя в нашем. Что на этот раз? Где опасность? Красавцы. Кто нарушил наш покой? Убиваем героем. Берем сразу виспов сюда. Ставим базу. Что нужно, смертный? Не знаю, что ими строить. Действительно, да. Это... Ну, Т2, но просто поздновато, видимо, было. Так, сейчас уже нужно потихонечку гипсов делать. Второй вампиризм. Вообще, Дредлорд вместе с козлом. Козлу, да, козлу я ауру все-таки начну. Здесь надо взять было Шреддера, конечно же. Поставить две базы. Сейчас нужно укреплять преимущество. Ставить две нычки, делать разведку. Ни в коем случае не опускаться ниже лимита 80 при этом. Сначала сейчас мы делаем лимит 80. Потом уже все остальное. Так, козел еще левел получил. Ни в коем случае нельзя быть каким-то там битым с неполным лимитом вот в этот момент времени. Ни в коем случае. А здесь кто-то меня палит уже. Плохо. Так, давай сразу виспов сюда. Раз, два, три, четыре, пять. И сюда трех. Шреддер все равно справится. Гиппосы нужны. Я думаю, надо убивать... Часть медведей. Не, надо сделать разведку по расам, по крайней мере. Здесь у нас андед, кто вжух. Андед вжух. Финды без сетки, да? Мне нравится этот андед.
Так, давай-ка пару медведей убьем все-таки. Мне кажется, что я... Так, игрейда обязательно делаю. Так, здесь гиппос висит, пингвиновский. Так, а тут, собственно, Роди. Роди ставит вышки, это хороший знак. Готово. И, в общем-то, он мне особо не нужен, этот Роди. Что если он ставит вышки, значит, он играет пассивно. Стало быть, мне можно спокойно сражаться с этим... андедом, да? А, вот Роди что делает. Роди укрепляется в центре. Не, все равно мне нельзя сейчас лезть туда. Потому что... я только-только ставлю базы. Я нацелился на верхнего товарища. Не нужно. Вообще не нужно. Я только сейчас начал... начну добывать деньги. Проверяем просто эту центральную. И смотрим в сторону Вжуха. Так, здесь тоже. Ой, с фейрики две штучки еще. Приветствую. Все, гиппосов приличное количество. Чем могу помочь? Дождался свитка еще одного. Он был изначальным. Давай проверим его. Я не буду светиться. Финдов строит. Исследование завершено. Прикапываю одного. Так, грейды все? Грейды сейчас доделаются последние. Готово. Так, тут почти все рабочие, почти всем. А против форка нужно потихонечку готовить эти... ой! Готово. Химер нам против форка готовить. Можно выйти. Без лимита. О, герой. Демон шестой! И тут я призадумался, блин. Капец. И финды сплошные. Что нужно, вообще не алло, нельзя здесь сражаться. Неплохо, неплохо. Капец, против кого я строил гиппосов, называется? Так вот. Увы. Что нужно, смертный? Исследование в наших лесах. Тоже особо не нужен. Так, три грейда на атаку. Ой, в смысле, три грейда на атаку, три грейда на защиту есть. Химер давай строить. Капец. Очень странно. Ну, мне нужна экспа. Я должен вытягивать тут только за счет хороших героев. Именно прокачанных героев. Но если... сейчас можно попробовать поймать на том моменте, что... что у него... сейчас откатится назад Димка. Он нарушил наш покой. Исследование завершено. Жесть. Но против финдов у меня все нормально. Факта, прикопка. Ну давай, ну. Давай еще инвульчик. Ботиночки возьми еще. Ну, Вжуха еще надо убить. Андед на базе. Это не просто вообще-то. Вот там кто-то обиделся. Опасность. Маленькие у нас есть товарищи, обидчивые. Ну ничего. Готово. Время готово. Пройдет. Как правило, с возрастом люди умнеют. Кто нарушил наш покой? О, нормально. Рычим.
Факта. Так. Давай, Димку, в слип. Чтобы алхимика прикопал бы. Нет, лучше этого прикопать. Скоро на охоту. Капец. Здесь нельзя сражаться. Под вышками-то еще. Как он грамотно подстраивает вслепую вермов, да? Вроде как бы у меня пачка гиппогрифов была, нет? Он чувствует, что я сейчас убью гиппосов. Мне нравится играть с нашими товарищами, они очень скилловые. О, телепорт. А я к тебе пойду. Ну прям гордость берет, распирает от скилла. Может быть, у него там кто-то, какой-то сосед. И парочку этих сделаем. Готово. Готово. Так. Я не буду отставать. Сейчас у меня еще химерки пойдут. Финдов-то химерами не убьешь, но смогу уже базу штурмовать более-менее спокойно. Не спеши. Прыгай с ума. Укажи путь. Вот, с химерками-то повеселее. Так, давай так дальше. Главное слипать постоянно этого демоном. Это очень правильно. Что на этот раз? Не даем его, почему поставить базу. Надо дождаться химер. Тем более некоторые из них без точки сбора. А, потому что некоторые не в пачке. Так, о. Кажись, момент хороший для атаки. Куда, Дим? Кто нарушил наш покой? Блин, ну что ж ты делаешь-то, ну? Нет покоя в наших лесах. Где опасность? Капец, какая грязь, а. Природа не знает. Давай этого попробуем убить хотя бы перед телепортом, да? Убили. Верма склевал, левелап получил. 84 лимита, не так много потеряно. Плюс я знаю, что у него... Природа не знает усталости. Ой, еще кто-то умер. Непонятно от чего, правда. Какая красивая игра. Видимо, там крысят. Готово. Так, я здесь хотел бы уже начать строить протекторы. Ресурсов, конечно, маловато. Но пока что кое-как план выполняем. То есть герои прокачиваются постепенно. Невозможно создать новую единицу. Это хорошо. Сейчас сюда подтянутся виспы. Станут протекторами. Кто протектором, кто магазином. Как повезет в жизни. И я сейчас буду вжухать. Природа не знает. Так, закончился как раз мейн по таймингу. Денег в запасе нет. Где опасность? Это плохо. Снова на эксп. Мейн-то у него закончился.
Надо отменить виспов последних, потому что... Кто нарушил наш покой? Смерть. Приветствую. Готов. Очень неудачно идут все. Наши воины вступили в бой. Где опасность? Ты это сам. Димка спать должен. Готов. Что нужно? Кто нарушил наш покой? Что на этот раз? Готов. Готов. Приветствую. Наши воины вступили в бой. Блин, какой же он злой, а? Что на этот раз? Нет покоя в наших лесах. Почувствуйте гнев природы. Просто сейчас умрет. Мир форсир. Кто нарушил наш покой? Во имя духа. А где мой алтарь-то? Нет покоя в наших лесах. Не-не-не-не, тихо. Привет. Где опасность? Блин, ГГшечка, что ли? Козлу ГГшечка настала. Ладно, ничего. Зато я лучше прокачаюсь. Наш герой. Мне казалось, что у меня алтарь есть. Казалось. Но! Что на этот раз? Приветствую. Скоро на охоту. Приветствую. А если нету, то лучше... Скоро на охоту. То лучше, конечно, выкупить его. Блин, там такой Димка классный. Приветствую. Что нужно? Смерть. Уже в пути. Лайда Моркена. Приветствую. Дредлорд зато. Качается во всем. Готово. Так, здесь база защищена. Что на этот раз? Приветствую. В жуха надо. Готово. Что нужно? Смертный. Что на этот раз? Вот это вот надо было убить. Пробуем восстановить одного героя, одного выкупить. Но, скорее всего, выкупать надо будет тинкером. Тут околиты. Эвакуируются. Да ладно. Готово. Священная роща осквернена. Что это такое? Еще один фидер. Что нужен, смертный? Он, видимо, умирал и сдает девайсы. Девайсы все уничтожил. Типа честный. Так, и вжух тоже минус. Тогда, во-первых, здесь чуть-чуть пособирай, Михаил. Сейчас надо аккуратненько. Пух же еще жив. Пух же еще, да, жив. Пух живее всех живых. Мне нужны стафы, мне нужно героев прокачивать, затаривать. Тут 500 осталось всего лишь. Да, надо сейчас выбирать следующего. Конечно. Уже в пути. Может быть, это орк снизу, может быть, это... Я не знаю. Кто это должен быть? Я пока убираю вообще всю армию, кроме. Ой, Роди как разбит. Хорошо. Значит, у Роди проблемы. Ну, тогда химераками сюда. Его, видимо, где-то пинчат. Это мне на руку. Это мне очень на руку, ребят. Я даже возьму с собой медведей. Золотой рудник обрушился. Это плохо. Пока виспов сюда.
Наши воины вступили в бой. Воу-воу-воу-воу! Тут замес, я его пропустил. Что ты делаешь? Химер подставил. Я буду охранять. Дредлорд 4, это 5, хорошо. Природа не знает усталости. Там батки уже первые полетели. Хорошо. Батки пока ничего не добились. Я бы хотел Мануэла уже начать делать. Выберите другое место. Обороты в норме. Риджио нет. Мне даже проще... проще слетать домой и снова подхиляться химерами, чем... Но надо дожимать его как раз. Сейчас мы подлечимся немножечко и вернемся. Козлу, Транквилла появится, козлу манку. Дредлорд уже шестой же. А чё ж я почему-то думаю, что Дредлорд далеко не шестой. Что он пятый, а он шестой. Я думал, не шестой. Приветствую. Так, значит, этому так-так. Так. Дредлорду раз. Бутылек еще. И арбу давай. Готово. Все, поехал готово. Убивать. Готово. Готово. Тут немножко подлечим. Да, он зря делает вышки, конечно. Вырубаем так, ставим факту заранее. Что нужно? Ну, поехали, ладно. Природа не знает. Этих уже нет, к сожалению. Что на этот раз? Убиваем еще героем. Ну и тинкером главным. Хорошая игра. ГГ. Хорошо. Так, у меня вторая центральная появилась. И я бы, наверное, даже отдал сейчас 6 лимитам. Оставил бы только чуть-чуть совсем героя. 50 лимита. Здесь выкапываемся. Наши войны. Ой. Рановато я. Это кто у нас? Тунанах. Да будет так. Факта, давай, факта. Что на этот раз? Да ну, он какой-то стрёмный. Приказываю. Естественно. Скоро на охоту. Он какой-то стрёмный. Наш покой. Не, ну можно убить. Мы даже нужно убить. Наши воины вступили в бой. Двух-то фаерлордов. Приветствую. Сварма не хватает. В наших лесах. Да, такого товарища можно просто... Кто нарушил наш покой? Нет покоя в наших лесах. Давай пару медведей. Его можно малыми вообще силами убивать. Древо не может расти. У него два фаерлорда, такие, ну, не самые полезные герои, прямо скажем. Я хочу сделать 50 лимитом и хорошую защиту.
Если где-то еще. А нет, может после этой. Ну, короче, 40 минут где-то. Берем двух медведей. Вообще затариваться надо. Уже давным-давно пора, блин. Инфернал хорошо. Беру, глаза ставим. Смотрим, тут никто меня не палит. Понятно. Отправляем козлика сюда на мейн. Где опасность? Приказывай. Очистим лес от врагов. Почувствуйте гнев природы. Очистим лес от врагов. Рестор пока берем. Назад возвращаюсь. Он нарушил наш покой. Ой, ладно. Давай еще талонницу сделаем. Что нужно? Убиваем здесь, ставим базу. 7-6-7. Надо проверить, где там Тунанах. Этот Дима странный находится. Поставил базу, молодец. Развился, он 6 баз поставил. Здесь нужно обязательно сделать защиту нормальную. Так, а вот и пух. 6-й, 3-й, 5-й. Орк Таурены. Но он бит. Он весьма серьезно бит. Священная роща осквернена. Опять 25, ну. Наши воины отступили. Укажи путь. Кто нарушил наш покой? Вот откуда такая назойливость, настойчивость? Я не пойму. Не знает усталости. Где опасность? Что на этот раз? Надо с насваром переучиться. Умри! Ты угадал мой план. Обороты в норме. Проси, о чем хочешь. Очень-очень странный товарищ. Армия у него. Стоп, а почему денег-то у меня так мало? Видимо, потому что на протекторы все слил. Михаил. А, почему он здесь стоит? Давай, придем. Ну, началось. Ну, почему нет? Поехали! Кто нарушил наш покой? Приветствую. А, это не он вообще. А почему этот товарищ вышел? Да, я думаю, почему он стоит не рядом со своим мейном, и не красный? Выберите другое место. Все оказывается. Укажи путь. Очень просто. 51 лимит. Ну куда, куда, куда? Хватит. Все, 50 лимита, четенько, все есть. Ты переучиваешься. Раз, раз, два, три, раз, два, три. Замирать. Поехали. Ну, началось. Укажи. Правда, как мне сюда к нему лезть? А, стоп! А он выйти успел, а я не заметил даже этого. Так, ну теперь короны королей и тише воды ниже травы сидим. То есть хорошая защита. И закупка предметов. Сидим тихо, не высовываемся. Вот, что я забыл. Базу сверху я забыл. Что тут лишнее? Вард, переставь. Да не то. Что на этот раз? За Калимдор. Недостаточно золота. Ладно,
Ладно, девайс-то неплохой, просто корону предпочтительнее надо было сначала ее взять. Все, теперь идем аккуратно, смотрим, где кто, какая раса, что. Пух, пуховская база. Пуховская база. Нагибатор Legend. Надеюсь, сверху. Вообще, Пух должен стать моей целью, потому что у него, скорее всего, две базы вообще должны быть. Нет, Нагибатор Legend. Хорошо. И Пух его как раз харасит. Хорошо. Моя задача готово, Пуха готово. Взять. Силой. Я могу это попробовать. Ну, по крайней мере, я могу ему устроить харасмент такой. В наших лесах. Где опасность? Панда 5, этот жестокость 4. Не, у меня герой хороший, 6-7-6. Прям ух. Надо бы взять еще этот. Арморчик ауру. И держаться в центре. Все, не выходить из лимита. Подхорашивать по возможности. Что на этот раз? Там свармы, прикопки. Ух ты какой. Кто нарушил наш покой? Что нужно, смертный? Давай так. Да ладно. Приветствую. Ты это сам придумал. Помню про стафа. Что нужно, смертный? Погиб наш герой. Я помнил про стафа, просто не думал, что он меня убьет так. Отлично. Так, ладно, значит, сверху есть товарищ, да? Сверху есть товарищ, который там... Да, я стою в центре, все нормально. Лес собираю, золото собираю. Все замечательно. 5 лимит, если еще освобожу. У него лимит, понимаете, ему... Нет покоя в наших лесах. Ему нужно что-то делать. Поехали. При том, что у него одна центральная база. Он видит, что я иду. Он пошел сражаться с этим товарищем. Может сразу воткнуться в этого, в экспанд. Давай попробуем. Кто нарушил наш покой? Пожалуй, ты прав. Минус секс. Гага пишет, пух ливает. Хорошо. Так, остался Хуман. У него я видел грифоны. Они контрятся вообще изи. Учитывая третий вампиризм. Поэтому я просто возвращаюсь, жду героя, делаю лимит нормальный. Дредлорд выходит. Там затарен, что, конечно, весь был раз. Извините. Корону королей вижу. Обороты в норме. Уже в пути. Приказываю. Я бы взял коронку. Да, тинкеру можно взять. А, можно пока подхарасить этого товарища. Кто нарушил наш покой? Миш до конца. Да. Скоро на охоту. Конечно, очень странный. Что нужно? Готов. Смертный. Кто нарушил наш покой? Скоро на охоту. 10 секунд отрыва. Нет покоя в наших лесах. За Калимдор. Что нужно, смертный? Вот, дальше гиппосы.
пару медведей и убиваем ему эксп, который особо не защищен, как я вижу. Да, ну главное, пуха убили, и все. Главное убить пуха, пока он не убил тебя. ГГ, 5 голды было, ГГ. Что, 3-2 что ли сегодня? Если по очкам в прошлой партии считать. И как раз 12 часов. Отлично сыграли. Пух ливнул. Ну что, я поздравляю вас с тем, что меньше чем через минуту по московскому времени наступит воскресенье. Хотя у вас все праздники. Так или иначе. Господи, что у нас там? Ой, как называется праздник, господи, нет, ну крещение-то это понятно. Господи, так как же ты тупишь, а? Рождество Христово, конечно же. Прошу прощения за тупняк. Благодарю за внимание, увидимся с вами скоро. Пока. Что с Good Date? Ждите анонс БСП за главного. Троицы, говорят.